Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Владимир, я приветствую вас на канале «Все о шашках». И сегодня на нашем канале впервые будет стрим с турнира по международным шашкам. Итак, турнир Кубок Европы онлайн среди юниоров. И сегодня будем смотреть, как играет возрастная группа до 26 лет. Так, комментировать сегодня для вас будут чемпион мира 2016 года в быстрой программе, чемпион Европы 2005 в молниеносной программе, многократный чемпион Украины, международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев. Приветствую, Юрий. Привет, Владимир. Привет, все любители шашек. А также чемпионка мира 2019 года среди юниоров в молниеносной программе и вице-чемпионка в классической программе, мастер ФМЖД по международным шашкам, а также международный гроссмейстер по русским шашкам Яна Якубович. Приветствую, Яна. Всем здравствуйте. Так, у нас осталось до начала 5-го тура 4 минуты, пока можно пробежаться быстренько по участникам, посмотреть, кто там участвует. Так, среди мальчиков до 26 лет участвуют 30 участников. Значит, Ваге Пакасян, Армения, Олесио Скагианте, Италия, Юрий Симонович, Беларусь, Алексей Куница, Беларусь, Алексей Большаков, Россия, Илья Дереглазов, Россия, Себастьян Вичорик, Польша, Степан Дорошенко, Беларусь, Самвел Азибекян, Армения, Войчик Вольчак, Польша, Денис Слободяник, Украина, Егор Лобанов, Украина, Максим Дороган, Украина, Даниил Ильин, Россия, Степан Щеткин, Россия, Волтер Морснинг, Нидерланды, Ореслава, Украина, Ростислав Лисук, Беларусь, Йонатан Девитис, Италия, Константин Норд, Беларусь, Павел Авсевич, Россия, Дмитрий Мельников, Россия, Сергей Яковлев, Россия, Домьяно Леонарди, Италия, Кирилла Полешников, Украина, Иван Трубников, Беларусь, Лаурент Глас, Нидерланды, Анс Густавсон, Эстония, Истин Кинт, Бельгия, еще Джоран Глас, Нидерланды. Было зарегистрировано 39 участников, почему-то играет только 30. Смотрю, нет, кстати, Владислава Валюка не зарегистрировался. Сильный игрок. Яна, вы не знаете, почему Владислав не играет? Может, не получилось в последний момент. Не знаю, мне не говорил. Угу. Ну, Блица, знаю, он играл. Да, он разделил первое-второе. Просто сильный игрок. Интересно было посмотреть, конечно. Думаю, у него бы были все шансы на какое-то призовое место побороться. А там, кстати, у них же дележ был первого-второго. Им обоим дали первое место. Да, вроде бы обом дали первое место, насколько я знаю. Так, среди девушек у нас 22 участника, тоже меньше, чем зарегистрировалось. Изначально было 33. Так, Алена Большакова, Россия, Анастасия Барышева, Беларусь, Анастасия Архангельская, Россия, Кристина Осипова, Россия, Айника Колодезникова, Россия, Полина Петрусева, Беларусь, Виктория Николаева, Беларусь, Агата Парахина, Россия, Дарина Масиенко, Украина, Галина Филиппова, Россия, Дарина Лобанова, Украина, Анастасия Глушко, Украина, Мария Миронова, Беларусь, Трину Ялк, Эстония, Александра Спирина, Беларусь, Алена Кардашевская, Россия, Мерили Ялк, Эстония, Вера Горбачева, Россия, Кармен Кусик, Эстония, Сандара Афрусимова, Россия, Альбина Большакова, Россия и Карина Лобанова, Украина. Так, среди девушек у нас после 4 туров лидирует Алена Большакова и Анастасия Барышева по 7 очков. И потом трое игроков: Анастасия Архангельская, Кристина Осипова и Айника Колодезникова по 6 очков. Так, среди мальчиков у нас кто там лидирует? Ваге Пагасян лидирует, Армения, 8 очков, 8 из 8 набрал. Олесио Скагианте с Италии и Юрий Симонович по 7 очков. Какие прогнозы, Юрий, Яна, как думаете, кто выиграет? Мне кажется, Куница. Ну, тут армянская школа доминирует. Куница, смотрю, проиграл, да, как раз в 4-м туре Ваге Пагасяну. Юрий, а ты что думаешь, кто выиграет среди мальчиков, мужчин? Ну, как, вот же лидер единоличный. Еще пять. Уже никто не остановит. А с кем он сыграл? 4-го Куница выиграл. Да, 14-го выиграл у Даниила Ильина. Друг подтягивается. У 16-го Волтера Мурсинка выиграл. И у 6-го Илья Дереглазова выиграл. Не, ну как бы вот эти армяне, я не знаю, как они играют вообще. Нигде не играли, а тут они прям чемпионы. Так, если, конечно, их отбросить, то вот этот итальянец сильно играет. Ну, Куница, да. Итальянец как раз выиграл сейчас, я смотрел чемпионат Италии. Очный, что у них проводили. Скорианты как раз выиграл. Вот этот Илья Дереглазов тоже такой нормальный. Еще кто там есть? Ну, Ильин нормально играет, но он что-то проиграл, и там армянина. И 2 ничьи еще сыграл, да. Как-то слабо стартанул. Так, на кого смотрим, кого есть желание? Куницу посмотрим тогда, может, первый, 5-й тур. Давай, может. Ну, давай. А лидера не будем смотреть? Можно лидера. Есть желание лидера, да, посмотреть. А ты можешь же открыть несколько, а потом будем перескакивать. Так, ну тут уже пару ходов сделали. Сейчас надо... Постараюсь расставить. А, ты хочешь именно в программе еще, да? Да, но они что-то быстро начали двигать, уже не успел сначала. Тут еще плохо на этом винте, что нету нотации. В смысле, записи партии не идет рядом. Очень неудобно. Ну, да. И нельзя тут проматывать. Да, и вроде быстро двигают. Ну, ты можешь успеть. Одну партию надвигать, если хочешь. Сейчас, через пару секунд начну двигать. Просто можно одну как бы в турбодамбесе двигать, а остальные так смотреть. То есть ты можешь несколько открыть. И вот ты перескакивать там. Просто Mozilla идет в эфир, тогда мне надо еще одну Mozilla открывать. Не, в этой же. Вот там, видишь, вот эти окна. Не, ну получается, это будет идти в эфир, а я другую как буду видеть партию? Я же не буду ее видеть просто. Ну, мы будем перескакивать. Ты хочешь одновременно, ну, сразу, то есть беспрерывно ее смотреть. Они, например, задумаются, а мы в это время другую посмотрим. Ну, тогда просто не буду успевать турбодамбейси совать точно. Ну давай, ладно, давай одну будем. Армянская школа. Ну да, заявка получается на победу такая серьезная с первых туров. Сейчас посмотрим. Ну, конечно, да, эти онлайн-шашки бесконтрольные. А, кстати, вот Яна же тоже могла играть. Да. Я слишком поздно узнала, что я могу еще в старшем турнире играть. Потому что там некоторые по 3 турнира играют. Ну, мне такое не очень нравится. В смысле, по 3 турнира или... Ну, в смысле, еще играть в других группах. Нагрузка большая, да? Ну, есть такое. Ну, и просто вот этот турнир репит, он сегодня часов в 8 идет. И так у меня, получается, в 2 турнирах играть. Это сегодня просто минус день, и завтра минус день. Конечно, хорошо в турнирчике поиграть, но... Ну, как тренировка. Ну, да. Ну, просто если бы я была еще уверена, что все вот честно играют, а не кто-то с компьютером сидит, кто-то с тренером, то да, а так... Ну да, такая проблемка есть. Не, ну в женском турнире вроде бы таких явных нету претендентов. Или есть тоже? Есть понятие. Кого-то обвинять тоже не вариант. Без доказательств. Да, это проблема, потому что так доказательств нет, так кого-то назовешь, и тебя потом обвинят в том, что Так он обвинил. Хотя вроде бы всем все понятно. Вот показывает уже оценка 1,77, то есть перевес у белых. А кстати, вот ты где надвигал? Ты у себя надвигал? Сейчас я переключу вам показ на весь мой экран, чтобы вы увидели турбодамбейс. Тогда секунду. Переключаю. Потому что ну, на трансляции не двигаются шашки. Трансляция отстает на 2 минуты, потому что... А, она позже. А, ну да. Подождем. Ну, что так, черный ход. У кого лучше? Ну, примерно одинаковые структуры строят. 27-24 заняли. Строят кулачки. Темпов, наверное, больше у белых. Оба. Переключили. Вот сейчас видно, да, турбодамбейс? И оценку видно. Да, видно. Ну, только там шашка на 16 черная должна быть. Ой, точно. Где шашки показывают лишних. Ошибся, да. Сейчас перекладу. Череход. Так, и ход черный, да? Да, сейчас, да, уже белый. Все, да. Так, 1-6 походили черные. Показывает, ну, равная позиция показывает, смотрю, 0. Да. А, и темпов тоже, кстати, 0. А так визуально кажется у белых больше. Какая, кстати, лучшая программа для международных шашках, как думаете, Юрий? Ну, я думаю, вот это и самое лучшее. Турбодамбейс. Ну, смотря для чего. Для анализа, для анализа. То есть там как бы есть и посильнее программы, но вот именно как бы для пользования. То есть турбодамбейс, там еще ж партии есть, база партий. То есть есть же там какая-то американская, как она там называется, там 10-фигурная, ну, база шпилей. То есть она играет сильнее, но там нет партий зато. Яна, ты что скажешь, какая программа лучше для анализа? Я думаю, вот это. Я ей обычно пользуюсь. Не перешли вы там в Беларуси на Эдеон? Вроде еще нет. Нет. На родной, так сказать. Пока Аврора и Турбодамбейс. Ну, это какой-то размен. Это вот кто сделал? Армянский товарищ такой размен сделал. Да, Ваге Пагасян. Его ник Ваге 96. Что-то странно, как-то 17-22. Вот можно было 18 же пойти, наверное. Ну да, вроде там так белых шашки плохо стоят. Ну вот можешь отмотать назад, а потом. Так, не успел. Ну или сделай ходы и отмотай потом до 6-го хода. Чем тут думать будут? Хотя они быстро ходят, ладно, да. Проехали. Не успел я за ходами, короче. А, ну чего? Ну сейчас 7-11 ходи. Кстати, можешь нотацию выставить. Вот где-то настройка, чтобы, ну и тебе, может, удобнее будет. И... А нету нотации в этой версии, я смотрел, только так. Нету, да? По крайчикам, вот так, только один, что показывает, и все. Ну ладно. Ну тогда ходи. 6-11. и белую на бортик веди. Что? Не, на другом фланге. Вот это мнение 3/4. Не угадал. Если 14, да, 1/17. И на бортик, да? Да, да, и закрыли. И вот ход белых. Ну, закрой же d14. Ну, все равно получше. Получше у черных. Вот это, что показывает оценка, минус 0,08. Это что означает, что лучше у черных, эти минус? Да, да, минус лучше у черных. Ну, минимальный. То есть, если единичка, это как лишняя шашка. Угу. Ну, 1 целая. Так, 17-21 черные сходили. Да, правда, что-то вот этот турбо-дамбейс в последнее время, вот эта база эншпилей какая-то не очень. Как-то она там вообще... Даже 4 единицы, ну, не анализирует. Какой-то эншпиль, если 3 на 1. Угу. Да, белыми играет ВГ Пагасян, а черными это итальянец этот, что на втором месте, Скагианте, Олесио Скагианте. Угу. Да, вот в комментариях Роман Дока говорит, что Kings Row — это американская программа. Ну да, вот она самая такая сильная. А, да, тоже неплохая, тоже хорошая. Вот для мобильных он говорит Fleets лучше всего. А там еще все хвалят Scan тоже, что хорошая программа. Scan это который на LeadRoutes? Да, да. Движок Scan и программа есть, тоже знаю отдельно Scan. Ну, просто этот турбо-дамбейс удобен, что там база партии еще. И ты, ну, одновременно и для анализа у тебя хватает, и еще и куча партий. Угу. Вот более-менее ровная позиция, да, показывает. Ну, так, все равно поприятнее. Можем, кстати, смотреть, какие ходы показывает. Может, узнаем, на каких программах армяне тренируются. Если будет совпадать. Вот. Белые 49-43 походили. Сейчас рекомендуется. Ну, тоже меняются ходы, смотрю. Программа по 12-17 показывает, по 20-24 показывает ход. Ну, вообще, это еще быстро. Тут сколько? 15+5 играют? 12+5. 12+5. 12. Тоже немало. Если по-умному это все делать, то, не знаю, там никакой алгоритм не вычислить. Конечно. Так, 33-28. Белые сходили. Ну, мы, может быть, один тур посмотрим его, а потом кого-то другого переключимся. Вообще интереснее всего женские партии смотреть. Потом посмотрим обязательно. Там много жизни. Так, что тут черные? 20-24 сыграли. Ну да, вот это как бы шашка 28 у белых. Черные потом пойдут 12-17 и будут там пытаться типа колечко строить. 18-22 меняться. Сейчас не дают там 43-4 пойти предварительно так. То есть вроде бы как бы получше у черных. Вот так вот. О, сейчас показывает вообще 0,30 уже за черных. Ну да, это там треть шашки там. Преимущество растет. Ну, хотя это так, незначительно. Кстати, там у программы тоже бывают же глюки какие-то. Вначале показывает преимущество, а потом оно может исчезнуть. Пишут, что у нас притормаживает стрим. Надо, наверное, все позакрывать лишнее. Может, придется турбодомбай закрыть? Ну, когда мы Блиц смотрели, мы без этого смотрели. Просто. Ну, там быстро все было. Там некогда было двигать. Сейчас все позакрывал, вроде бы лишнее. Посмотрим. Ну, еще большое преимущество. Ну, хотя, видишь, уже оно растаяло. Так, если оценку смотреть, она вот скачет. Сейчас показывает уже 0.40, 0.6. Ну да. Уже как бы пол... 2.4, 29 торжение. Пол шашки уже, да. Угу. Преимущество. Так, донат у нас Артур закинул 100 рублей. Спасибо, Артур, за донат. А сколько лет хоть вот этому пареньку? Вахе. А, это 96, это что? Да, с 96-го года рождения, да. 23 ему года. Это он с кем играл? Ну, вот это получается, он, наверное, с этим итальянцем в одной группе играл там где-то. Или нет? Старше. Так, Скагианте сейчас глянем, с какого года? А, ну, он 97-го. 97-го, да, Скагианте. У меня же все написано на этом, на нике. В принципе, да. То есть примерно одного возраста, да. Видимо, вместе играли на турнирах тоже. Ну, честно, вот не помню ни одного армянина такого сильного. Тут они как-то усилились. Может, какой-то путь есть? Как думают, в шашки лучше играть? Ну да. Шашки для чайников, там как, не знаю, как они. Черные задумались, так смотрю, серьезно. Угу. Ну, я думаю, волос считает. Ну да, 24-29 смотрит. Итальянец, он же, по-моему, был чемпионом, да, последний год или нет? Вроде да, он выиграл часто что-то. Чемпионом Италии сейчас стал как раз в этом блочном последнем, что уже сейчас проводили. Ну да, там, где они в масках играли. Да-да-да. Интересно посмотреть. Так, пишут, беда, почините стрим, пожалуйста. Видимо, не помогает. Надо, придется, наверное, закрывать турбодамбейс. Он висит, да. Я думаю, из-за нее. 2 минуты прошло? Прошло уже 2 минуты. Ну тогда выключаю. Видимо, придется закрывать. Ну да, что-то он крутится. Да. Будем так, наугад. Ты можешь его из стрима вывести, а у себя там оставить, будешь подсказывать. Я думаю, тоже будет лагать. Лучше, чтобы не было лагать. Да. Сейчас закрою. Так, сейчас видно только мою Mozilla, да? Нормально видно. Да. Угу. Ну, так можно переключаться тогда, в принципе. Посмотрим, как там играет Куница с Ганвест. Ганвест это у нас кто? Сейчас посмотрю. Юрий Тимонович, Беларусь. А как-то мало ходов сделали, смотри. Так они уже сыграли, они на ничью согласились. Уже стоит результат. А, да, ничья. Расписали ничью, получается. Ну, видимо. Так можно? Так быстро. Оба. Ну, по-моему, сейчас проиграет. Вахе. Вот так вот. А, так подожди, это жертва шашки, что ли, была? Красиво. То есть он влез все-таки, да? 24-29. Угу. Тут напал, он отдал шашку и грозит. Так, можем еще какую-то партию открыть, куда там еще Степан Дорошенко. Пока тут думают. Ну давай. Так, Степан Дорошенко, Беларусь. И Алексей Большаков, Россия. Так, 369 на 369. Ну, равных пока. Ну, может, стоило 3-4-29 пойти, не так? Ну, может быть. Степан... Он же из какой группы? Он из кадетской, наверное, еще? Вроде до 16, да. Угу. 16 ему лет. 2004 года рождения. Ну да, лет 33-29. Тут как-то на фланге шашек мало. Всего 3 шашки на левом фланге. Он еще одну из них двигает. Нелогично. И времени у него меньше. Большаков Алексей, семейство Большаковых. Видимо, да. Там Алена всех выигрывает. Большакова. Во всех категориях. И сейчас тоже продилидирует. Да, Алена Большакова выиграла в 3 категориях. 26, 19 и 16. Первое место. Неплохо. Но до этого, по-моему, ничего не выигрывала тоже особо. Ну, иногда вроде намеренно на Европе что-то занимала в своем возрасте. В призерах была, может быть? Ну, да. Ну, якуты вот они играли много, когда вот этот карантин весь. Mm-hmm. На плей-оффе постоянно играли. А сейчас эта позиция у армяна как? Ну, все равно преимущество у черных, у серых, серебристых. Ну, тут так. Как-то... Ну, как-то фланга чуть-чуть не хватает у белых. 130 да. Шашка ушла. Всего лишь 2 шашки на фланге. Угу. То есть центр, ну, какой-то такой корявый. Еще вот это 45-35 тоже неудачно для белых. То есть лучше бы она на 44 стояла. Наверное, у черных лучше. Переключаемся или одну партию смотрим, как вам лучше? Ну, давай уже эту посмотрим. Пока. Тут времени мало у итальянцев. Тут может на 26 нападением грозить. Ну, если 32, 28. И поменяться 18, 22 и как-нибудь прорывом попробовать, или там не получится. Ну, что получится. На 22. Ну, надо смотреть. Ну, 44, 39, пойдем как-то. Ну, это, наверное, 21. Или ну, на 27. Нет, 27. Я же тебе одну дам, где заберу. А, там, я не туда смотрела. Ну да, на 21. Спрашиваю. Ну, можно, ну да. Ну там, наверное, вот этой колонкой мы будем потом все равно шашку 22 держать. Угу. Он, видимо, хочет опять что ли влезть на 29 нападение. Да, вроде уже не глючит. Спрашивают в чате, а если он играет в ту силу, которую показывает, это значит он мастер или гроссмейстер? Не, ну мастер. Все-таки итальянец же не гроссмейстер пока что. Кстати, тут у меня есть записано, какой рейтинг у кого, сейчас посмотрим. О, у него даже нету рейтингов МЖД. Ну так у них там никого нету. Ага. У них вот этот Аншана Лавердян там имеет какой-то рейтинг. Ну, он приезжает все время на турниры, где-то, ну, в силу кандидата он играет такого не сильного там. А остальные должны, по идее, хуже играть. Он вроде мастер спорта, Аншан Лавердян. Ну, мастер спорта, ну, такой, не очень сильный. Может, он в эти 64 лучше играет, потому что он там анализирует много. Ну, пишет, уже хорошо все работает, да. Видимо, Turbo Damage грузила стрим. Значит, будем без Turbo Damage. Значит, надо было Аврора. Аврора вроде бы так не притормаживает. Ну да, но там зато у тебя не было оценок. В Авроре. Или какие-то там были все равно. Почему? В Авроре есть оценка тоже. Но она вроде стоклетки так себе анализирует. Ну так себе, ну может быть нам бы хватало. Уже сейчас не буду испытывать, завтра уже попробуем с Авророй. На завтрашнем стриме. Сегодня уже так. Да, хотя можно без компьютера, также интересно. Когда с компьютером ты все время смотришь эту оценку, и как бы мозг отключается. Тут эту шашку 33 он не заберет. Не должен. Это 45-40, там 13-18, мы первый на 23 туда станем. Мне кажется, в Армении нету Turbo Damage. У них там какие-то. Может, два Аврора у них есть там. Так, может, и сами играют, может, там тренер хороший появился. Может, мы не знаем. Ну, может быть, все может быть. Ну, просто как-то вот когда никогда люди не играли, а тут не так вот уверенно играют. Всегда подозрения вызывает. Угу. Ну, эта шашка на 33 хэштаг стала. Как-нибудь на проге проверяют или нет? Ну, какая-то комиссия есть там. Нет, тут не проверяется, наверное. Какая-то комиссия есть, и она там должна проверять. Не знаю, кто в нее входит. Но сложно это все проверить. Потому что если по-умному ходы делать, то никак ты не проверишь. То если глупо там просто брать вот какие-то там такие сложные ходы делать, тогда да. А если так вот умно. Да, времени много, можно спокойно разобраться и выбирать не супер лучшие ходы, а средние ходы, допустим. Ну и, да, иногда там. Да. Программа же, она там, она без шашки может ничего сделать. Она что хочет может. Поэтому иногда можно даже там на проигранную позицию пойти, потом ее защитить. Ну да. Поэтому, конечно, все эти турниры, они такой развлекательный характер носят. Кстати, забыли поздравить Яну с 3-м местом в Блице. Да, спасибо. Как, будет какой-то приз или не знаете еще за 3-е место? Я не знаю. Думаю, никакого не будет. Все-таки Кубок Европы, могли бы какой-то приз придумать. Ну, если только какой-нибудь диплом онлайн и все. Несерьезно тогда, да. Могли бы там хотя бы какой-то минимальный денежный приз, хотя бы 100 там долларов, я даже не знаю. Не, ну чтобы призы вводить, надо какой-то контроль делать. Тогда уже можно с призами. Полностью без контроля, так, конечно. Это вот тут призов нету, и то люди там зачем-то пользуются программой. А если еще призы появятся? Это же стимул. Тогда надо камеры вводить. Каждому ставить камеру, наверное. Так играть. Ну да. Ну вообще надо, чтобы камера была в самом вот этом софте, вот где играют, на этом сайте. Чтобы там были камеры. Чтобы друг друга можно было видеть. Вот это идеально было бы. Я думаю, ну, плюс там... Да. Я думаю, со временем придумают что-то. Наверное. Ну да, но это все вложения какие-то дополнительные, финансовые. Так, у черных. Ну тогда бы интереснее играть было. То есть включаешься, там у тебя веб-камера включилась, у соперника, ну играете. Если он куда-то в сторону все время смотрит, там, то значит как-то не то. Так, у черных дамка. Ну все, ничья ловит. Без шашки теперь будет, но... Но сильная позиция. Назад еще побил, так аккуратно. Сильная шашка на 27, да? Да, ну не знаю, что он назад побил. Нужно было вперед. Глянем, что там. В другой партии. Тут у нас 3, 6, 7 на 7. Флаг уронил. Да, он. А, пишет. Да тут, кстати, этот сайт, он не глючит случайно? Может, это тут флаги? Очень сложно время контролировать. Я как-то играла, у меня было 24 секунды, а потом смотрю, уже 0. Да, тут, может быть, этот сайт, он подглючивает немножко. Может, и зависает, может. Да. Да. Часто флажки у людей падают. Так, еще один донат от Артура, 100 рублей. Спасибо, Артур. Тут пишет. Просто нужно, например, если кто-то так вот играет хорошо, потом еще офлайн проверку проходить. Если, к примеру, не прошел, все, дисквалификация на 10 лет. Для начала хотя бы 3 года, да. Тут ничья в этой партии. Так, ну тут уже партии заканчиваются. Давайте, может, девочек какую-то партию откроем. Давай. О, может, Полину Петрусеву завтра будет стримить, как раз ее партию откроем, посмотрим. Давай. А какой там расклад? Кто там на 1-м? Большакова, да? А нет, Колодезникова. Она уже закончила. Колодезникова просто на одну игру больше сыграла, да, вышла на 1-е место. Хорошо. Угу. Полина Петрусева играет с Осип Крис.ру. Это сейчас посмотрю, кто у нас. Осипова Кристина. Да, думаю. Кристина Осипова. Да. Полина пошла в дамки просто. Видимо, до этого пожертвовала и пошла. Ну, поставили, наверное. Можно? Видимо, да. Вроде, да. Вам на 5 не поставить. Что-то 19-24 отдаст. Не понимаю это. Кстати, просил у разработчиков, чтобы сделали на этом сайте, чтобы были подписи клеток и чтобы была аннотация записи партий. Сказали, что не будут делать, чтобы боятся, что поломают турниры. Во время турнира такое делать не будут. Ну да. И плюс еще нельзя цвет поменять. За черных смотреть. Да, да. Тоже неудобно очень. Ну, что-то, наверное, Полина выиграет. Ну, похоже на то. Ну, хотя у него 23 секунды. Всякое может быть. Ну, правда, с добавлением таким шикарным. Оба. Неожиданно. Присасочка. Ага. Все равно шашек больше. Правда, если ставить дамку, мы там ловим на большинство. Ну, хотя там... О, что случилось? Почему меня выкинуло? Возвращайся. Вот вам и сайт крутой. Так. Первую партию открываем. Интересно, почему меня выкинуло. Правда, если ловим, мы же тоже в петлю попадаем. А, ну мы можем... Как? Где победить? Нет, там же не попадаем. Не попадаем? А, 32-28 просто. Ну да. Нет, что-то 32-27 ходил. Тут интересный комментарий в чате. Это к тому, что сейчас, дабы оправдать свою силу игры, ему придется экстренными темпами наращивать свое мастерство. Там решила еще одну отдать. Тут, конечно, перевес большой. Да, так все равно можем поймать. 32-28, да? Ну да, даже петля стоит. А зачем так? А как? В другую сторону. 3 бьет, и все. Сдалась. А, да. Точно, надо бить большинство. Да, 3 на 30. Ну там же чуть-чуть выиграть надо, но там несложно. Черные не добегут там никуда. Так, ну открой еще какие-то там играют. У мужчин перерыл. Смотрим, давай, смотрим девушек. Николаева. Так, Агата Парахина, да? Да. Против Николаева это... Это Вика Николаева. Виктория Николаева из Беларуси, да. Лишняя шашка у белых. Сейчас будет 2. Надо в какой-то эндшпиль идти. Может, побегут черные. Какой из них? Ну, на проигрыш что-то. Еще 2 шашки у черных на весу останется. Как-то они потом не доживут, наверное. Ну, у меня 2 минутки есть. Может подумать. Она может еще 24-29 отдать по центру там. Может 23-28. Какой лучше? Видимо, считают черные. Ну да, ничего не остается, времени нет. Вернее, время есть. Но лучше считать, когда шашек поровну, чем когда без шашки. Кажется, лучше вроде бы 23-28. Да, так и играют. Наверное. Если 24-29 отдавать, там вроде белая потом 32-27 и петля будет, и нельзя на шашки нападать. Возможно, да. Так, а тут куда? Куда бежать? Куда дамку вести? Ну, черт, наверное, на 48. На белом. Хороший вопрос. Тут какая-то ловушка есть, наверное. Если вот белые на 3 поставят, черные могут 24-30 пойти. Ну, там куда-то на 41. Да, вот сейчас на 41, если на... А, не, ну да, если на 3, то 24-30. Ну да, на 2 тогда ставишь. Да, 24-30 хитрый ход. Потом. На сюда ставят. А если сейчас нам на 47 поставить? Ну, нужно, да. Побили. Ну, может быть, ничья, кстати, быть. Потому что неудачно как-то шашки стоят. Вот эти 3-4-40. Ой, не добила. Да. Обидно. Да уж. Так то Агата так отличилась. Да. Да, Агата проиграла. Так, кто у нас там еще остался? Еще одна партия осталась у девочек. Александра против Карла. Не довела мышку. Александра Спирина против Кармен Кусик. Тоже какой-то. Тут, наверное, выигранная. А, или что, или мы меняем уже тут? Нет, тут ничего. Ну так ничья, да. Сразу непонятно, кто куда идет. Ну, белые внизу. Так, у мужчин по-прежнему лидирует ВГ Погосян, 9 очков. Потом идут Олесио Скагианти и Юрий Симонович по 8. Потом группа по 7 еще. Алексей Куница, Алексей Большаков, Илья Деригразов и Самвел Азибекян. Что-то Ильин вообще ни у кого выиграть не может. Он хорошо в блиц играет. Он же в блице вроде 3-й занял, но у себя в группе. Ну да, он блицер именно. Так, а среди девушек Алена Большакова на первом месте. На 5. Опять, да. А Ника Колодезникова на 2-м. И потом тоже группа: Полина Петрусева, Виктория Николаева, Анастасия Барышева, Дарина Масиенко. Да, Дарина тут тоже делит. Она проиграла Полине в первом туре. Там, кстати, Эншпиль такой возник теоретически. Она, видно, не знала, что он ничейный. Эншпиль с Куппа. Начала дергаться и проиграла. А Лобанова играет? Где она там вообще? Лобанова вроде бы тоже где-то я видел. Да, Дарина Лобанова, 9-е место. 5 очков. Проиграла. Она Большаковой. Да? И 3 ничьи. Да, может, кого тут посмотрим. Там у них перерыв 8 минут. Да? Ну так давай какие-то партии посмотрим. 30 секунд тоже перерыв и мужчин. А, тут уже начинают. Да уже ждем тур-то, посмотрим уже тур тогда. Ну давай. Ты что, блиц какая-то из Португалии играл, он тоже не играет почему-то. Кстати, не все партии проиграла. Джессика какая-то. Так, ну кого смотрим? Пару партий открываем опять. Ну давай вторую доску откроем, первую уже не будем. Так, Олесио Скадианте против Алексея Куница. Пожелали хорошей игры. Здорово, говорит. На русском главное. Надо было на итальянском, не? Сразу время идет. Потому что вот на лидравс там, кстати, когда играешь, там можно ход сделать за белых. А черный, ну, пока ход не сделает, время у них не идет. Такое какое-то есть. Там вроде первые 15 секунд так. Первые 15 секунд? Угу. Нет, если какие-то турниры играешь. Нет, в смысле 15 секунд, а потом что, идет время? Да. Да? Ну, вроде так. Я что-то вот всегда думал, мне неудобно было. Вроде время не идет. Надо ходить. Можем еще кого-то открыть. Давайте, может, Данила Ильина откроем. Ну, давай. Это он играет как раз, по-моему, со Степаном или нет? Сибала. Сейчас посмотрим, кто это. Себастьян Вечорик с Польши. А, это поляк. Белыми играет, а Данил Ильин черными. Ну, тоже, по-моему, какие-то призеры вот эти поляки. Может, в младших группах. Занимали в очных, да, призеры? Угу. Да. Ну, говорите, какую смотрим, там буду потом переключаться. Ну, давай пока вот эту смотреть. Если они думают, можно... Можно, может, 3 даже открыть или нет. Летом, но... Можем потом вообще перейти на женский турнир, потому что если мы так будем с мужского начинать, мы все время будем опаздывать там. Угу. Чтобы посмотреть сначала какой-то тур. Так мы можем продолжать, как начинается женский турнир, и там одну партию открыть тоже сначала. Вот 5 минут еще. Ну да, да, можно так. 5 минут сейчас подождем, откроем хотя бы одну партию из женского. И будем так параллельно смотреть. Одну мужского, одну женского тогда. Пока ничего интересного, да? Ну так, завязывается. Куница агрессивно играет. Пойдет там 4-9. Не слышал. Не дает теперь там 37, 32, 38 ходить. Заставляет белых правым флангом играть. А Куница был призером каким-нибудь чего-то? В этом турнире? А, в этом турнире? Не, вообще. В офлайн. Был вроде, да. Ага. Иногда в троечку вроде попадает. Что там, Валюк постоянно? Интересно, почему не играет все-таки сегодня Владислав? Может, обиделся, может, ему не дали первое место. На сайте я смотрел, писало, что поделили первое место, то есть Владислав Валюк и Самвел Азабекян. Там, получается, да, Дараган 4-е занял в Украине. А поляк занял 3-й. Ну, если все остальные, в принципе, это известно, кто такой этот Азабекян. Он же в Кубке наций тоже играет. И так уверенно. Угу. А рейтинг имеет нулевой. Подозрительно немножко. Угу. Куница центровик. У черных получше, да? Наверное. Да не особо. Равенство. Ну, тут как бы у белых бортовая 26. Но она пока не такая проблемная. То есть, если бы у белых еще шашка 28 была, тогда там можно какие-то там прострелы, а так нету. Тут даже иногда перспектива за белых может быть. Можно подойти, эту 23-ю поменять. А у черных вот будет вот это копыта 6, 11, 17, 16. На него можно играть потом. Такое пока маневры. У них по 10 минут у обоих. Играют быстро. Играют как бы в блиц. Быстрее, чем рапид. Mm-hmm. Ну тут пока просто настройка же. Ну, кстати, быстрый тоже не всем нравится играть. Потому что получается вроде бы и не блиц. И, ну, блиц как бы играешь быстро, вот, ну, на каждый ход время почти не тратишь, там иногда там задумался и все. Темп понятен. А быстрый получается времени побольше, можно там иногда подумать. И вот как бы когда думать. А если играешь как в блиц очень быстро, то, ну, можно ошибки наделать там. Здесь надо как-то вот балансировать. Некоторые любят, вот Иванов любит, Бомстер говорил, любит блиц играть. В вашем интервью, кстати. Да, он сказал, что очень любит рапид. Ну, это как бы что-то среднее. То есть вроде бы еще не все так ужасно, как блиц. Можно думать. Но и не так медленно, как в классику. Тут еще проблема в том, что можно задуматься пару раз, а потом оп, и времени нету. Кого из девушек посмотрим? Может, Большакову с Колодезниковой? Ну, давай. Якутское дерби. Большакова неожиданно стала самой сильной. Очень неожиданно. Угу. Быстро двигают. Якуты отличаются от такой наигранностью хорошей. Вот они позиционно не очень играют, а много играют, поэтому комбинации хорошо видят и быстро все делают. Но вот Большакова, как-то вот я смотрел, как она тут играет, она такие вроде бы позиции неплохие получает. Так, Артур закинул донат, еще 100 рублей. Спасибо, Артур. И пишет, я даже не знаю, какой вопрос задать, чтобы ответили. Просто посмотрю стрим. И задавал тут вопрос, кстати, Артур. А игра с прогой может поднять скиллы игрока? Там вряд ли. Не, ну если играть вдумчиво, а не просто пересовывать, то думаю, что возможно какой-то процент поднять уровень игрока. Мне кажется, нет. Ну да. Вряд ли. Только можно свою репутацию опустить очень сильно. Не, в смысле, игра с прогой имеется в виду против нее или когда с помощью нее играешь? Я понял, что с помощью нее играешь. Не, ну это точно ничем хорошим не закончится. Я думал именно против программы, типа садиться и играть. Так же вообще мозг не думает, ну как. То есть ты ждешь, тебе какой ход покажут, ты такой делаешь. Тут вообще никак ты не научишься. Там же есть раз... Даже анализировать много не очень рекомендуется. То есть лучше вручную. Потому что, ну, отключается как бы воображение, то есть ты вообще не думаешь. У Георгиева даже программы нет. Может, серьезно? Такое. Ну да. Он говорил на каком-то стриме. Ну, он партии там где-то, может, смотрит, Турбо Тамбейси, не знаю, как он вообще живет. Ничего страшного. Кстати, а там в 19 лет я смотрел на втором месте Николай Григорьев. А сейчас еще третий турнир идет, да? Не-не, в Блице в 19 лет второе место. Это не какой-то его родич. А, не, ну тоже Григорьев. А, Григорьев. А то Георгиев, да-да-да. Просто если как бы научился играть уже, то там можно программу подключать. А если наоборот, то уже не научишься. То вот просто как китайцы, вот они когда не умели играть, ну вот появились у них шашки. Они вообще не понимают, что это за игра, там, куда ходить. И сразу же и программа у них есть. И они там сразу на программах там что-то там ходят. Ну, так же тоже. Никакого прогресса, да? Да, я еще помню, тренировал, говорю, ну, там, проанализируйте позицию. Они берут и ставят на программу. Анализируют, и какие-то ходы там показывают. Вообще безидейные, просто набор ходов. Поэтому программа как бы хорошо, но надо с ней так осторожно. Она должна, ну, как помощь быть, а не как основной такой инструмент. В детстве, мне кажется, вообще лучше и не пользоваться. Наверное, 100% лучше не пользоваться. Возможно, до определенного уровня не стоит пользоваться. Ну да, потом уже как вот как Бомстра подключать, там варианты, ну, шлифовать. Но он-то понимает, что происходит. Просто он, ну, так можно руками анализировать, но это там потратишь там неделю. А так на программе ты быстро это все. Ну, он-то знает, что анализировать. Он хочет там проверить вариант, он его ставит. А если ты не понимаешь, что проверять, ну, поставил ты. Вот тут у нас уже Эншпиль. У Ильина. Это Ильин, ну, ничья опять, что ли, будет. Что-то как-то он не собрался. Хотя он хорошо играет. Но быстро играет. Он как-то не особо вникает. Как в Блиц. 11 минут. Партия закончилась, у него 11 минут. То что это такое? Так, ничья. Не выложился. Так, а у девушек тут что? Девушек классика. У кого лучше? У кого темпов больше? Ну, вроде поровну. Поровну? Да. Быстро ты посчитала. Ну да, все одинаково. Симметрия, ну значит равная. Ну да, если переставить, получается, шашку. Это просто одинаково. 47-42 пойти и симметрия. Полное равенство. А может еще какую-нибудь открыть? Женскую, например. Кого? Давай, кто такая Тарья? А давай вот Николаева, это посмотрим, Осиенко. Полину смотрели уже, пропустим. Глянем. Как тут Осиенко борется. Должна была уже вторгнуться куда-то, она ничего не вторглась. Ну, тут поприятнее у белых как-то. Все так красиво выстроили они. А лидера ты закрыл, да? Свернул. Нет, вот там была еще первая доска. У мужчин закрыл? Да-да-да. А ну-ка, что тут накручивает? С кем это он играет? Юрий Тимонович, Беларусь. А, белорусская пошла школа. — 2001 года рождения, Симонович. — Приятнее вроде у белых. Угу. 43-4 можно пойти, наверное. Какого-то размена вот этого не было. 19-23. И 20 шашка висячая будет. Может 43 или что он тут? Ну если 43, то там как раз 2 на 2. Ну да. Или может просто завис. Может. То мы как с Ивановым бывает играем. Я задумался в дебюте, а он уже пишет, говорит, ты завис? Все только подумать хотел, он уже пишет. Так, тут что у нас? Куницы. Куницы, наверное, похуже будет. Фланга нету тоже вот. 24 шашка, а сзади нет защит. Но сумеют белые прорваться. Написал Куница Форза Милан. Да, 43. На 17-22 просто 3D-3-4, да, и потом без шашки туда на прорыв. А что делать? защитил. Будет тоже пытаться прорваться. Он, да, сейчас поменяется. И как-то 8-13 и сам будет атаковать. У него времени тоже вагон. 9 минут почти. Должен защитить. Ладно, пока думаю, дальше переключаемся так. Ну, тут классика. Все одинаково будет. Сойдутся там. Ну, давай другую включи. Тут пока равная. Вот тут что-то. Тут давят белые. Поддавливают. Угрожают этим 3-4-29. Отбросит назад. Тут Масиенко, видно, думает 2-4-29 разменяться, что ли. Ну там вроде что-то шашка слабая. Будет 24. Ну да. Ну у них и так похуже. Угу. А так бы шашек меньше было. Так, у нас еще один донат, Артур, 100 рублей с комментарием. Я слышал фамилию Валюк, не могу вспомнить, либо я с ним играл в турнирах, либо тренера такого знал, по-моему, с Белоруссии. Может быть, то и то. Ну, вернее, второе точно. А с кем он играл? Возможно, играл с Владиславом Валюком на турнирах. Так он мог и со старшим играть. На юниорских. А, на юниорских он пишет. Да, точно с Владом. Предположение просто мое, я не знаю. Ну, Андрея Валюка все знают, кто в шашках. Тут, кстати, 24-29 и 1-7. И как-то так. Потому что у белых будет 34, 40, 45 такая чуть-чуть колонка ненужная. Угу. Ну или 1-7 подождать. 3-4-29, потом назад. И там, ну, в общем, чего 1-6 даже. Бывает. Ну, получше белых. Шашка 27, держит 26-16. Черным надо только какую-то классику как-то опять собраться. Со второго раза. Тогда будет нормально. Так, что там у мужчину лидер? Как тут? Так. Лишняя шашка у белых. У черных. Лишняя? 3-3-3. Не, поровну. А, поровну. Показалось. Но все равно белых как-то. Не, ну черных получается два борта. Но у кого ходов ждать иных больше. Белых, по-моему. То есть черным надо отдать будет что-то. Хотя это тоже непонятно, что отдавать. Черных никуда вообще не проходит. А здесь им надо 21 пойти и вот грозить. 26, 31. 48, 42. Нет, 2 что как раз проведу тебе 26, 31, 21, 27. Надо ли 43 ходить, получается? Подожди, ты хочешь... Это как вот. Ты хотел 16, 21... Не-не-не, не отдаю, вот так, как он пошел, да. А, вот так? Да. А, тут я бы не поняла просто. Тут все равно лучше у белых, но уже не ясно. Ну, сейчас, если он пожертвует, то мы, наверное, назад откинем. И все-таки у черных вот эти кольца олимпийские, висячие шашки, наверное, плохо будет. А куда ему ходить? 8-12. Ну, может, тогда 45-40 подождем. Но мы потом, наверное, отдадим 8, 12, 45, 40, 12, 17, 43. И мы потом отдали и на бортик. Вот так вот простенько. Угу. И лучше у черных уже. Ну, даже так пошел. Что за поход? Странный. А, вот там какой-то удар, что ли, готовит. А если вылезти просто 28-22? Вылезти, назад поменяемся. Так и делают. Да. Угу. Нападение будем 26-31. Угу. А если бы мы выждали 45, вот 13-18, и потом напали, он бы, наверное, там 24-30 как-то вот так бы подсосался. Ну да. Да, разменялись назад. Лучше. Ну да, тут еще может черных лучше быть. Что там у куницы? Ну, тут уже тоже эндшпиль. Ух ты. 5-4. Как это произошло? А, ну, а ничья уже, да. Игра закончена, ничья. Ну, давай, закрываю. О, а тут все-таки симметрия нарушилась. Да. Каким-то образом. Так, комбинация тут не проходит. Проводит. Ну, наверное, ничейно. Ну, хоть посмотрим комбинацию. Ну, ей ничего не оставалось, нужно было проводить. Шашка 9 там застряла. А, подожди, мы же там попадаем в петлю. Или никуда мы не в нем, 3 просто бьем. Нет, 3 забирается и все, вроде ничья. Да, галлюцинация. Тут, наверное, ничья, можем дальше переходить. Так, у Дарины что тут? У Дарины похуже. Белых центр. Ну, она, может быть, конечно, в классику зайдет, но все равно вот эти бортовые 16, 21, 26, они не очень хорошо стоят. То есть лучше у белых. Но хотя в классике. Классики ж везде ничья. Тут у лидера у мужчин что тут 5-4. Ну, тоже. Сбежал кто-то. Тоже, видимо, мы ничья. Просто еще, конечно, так играть, вот непонятно, там с программой играет, не с программой этот человек. И это тоже так, ну, сказывается. Потому что ты же тоже не понимаешь, что тебе делать. Так, если за человеком играешь, то можно где-то рискнуть, там куда-то пойти. А так вот, если это... программа, ты уже боишься. На 47 ничья, наверное, да? Если дамку поставить. Угу. И, кстати, если ты вот играешь с человеком, а он играет с программой, ты как бы не готов к этому. Это такой удар тоже сильный. Потому что ты вроде бы, ну, воспринимаешь, как тебя переиграли вроде бы. Так. Потом смотришь. Там. Ничья тут. Тут тоже, наверное, ничья. Тут тоже уже ничья. Да. Давай еще кого-нибудь, наверное, женщин открою, девушек. Ух ты. Тополина жертву шашки сделал. Дала шашку и будет теперь 27-ю пытаться забрать. Так, а Тая это Анастасия Барышева. Две белорусские играют. Ну да, но она не забирает. То есть на 12-17 мы отдаем ее назад. И нельзя будет сразу атаковать 13-18, что удар будет. О чем она думает? О чем-то. Ну да, тут поменялись. Вернее, назад отдали 19-14 и 22-23. И 13-18 нельзя ходить. Поэтому лучше бы шашка на 2 стояла. Тогда сразу забрали. Да, так и делаю. Все правильно. Ну, вот зависло, что не бьет. В Беларуси, кстати, хороший интернет. Ну, как-то как. Мне иногда лагает. А вот какой она сильный ход сделала. 8-12. И теперь что делать? 38-33 на 12-18, и там остается только 37-31 как-то. Это нет, это, наверное, проигрыш. Теперь поменяется и будет прорывчик делать. Белых какая-то колбаска вацлавская на фланге. Ну, кстати, можно развить, попытаться 22-24 и с разменом. Видишь, смотри, как все делает. Но все равно можем на флангах надавить прям сразу. Нужно было с разменом. Вернее, не с разменом, нужно было напасть. Она закрывается, еще раз напасть. Она меняется и поменяться. И на 49-43 отдать шашку и в дамки пойти. Так, как она пошла, ну тоже хорошо. Потому что белым сложно будет перегруппироваться как-то. В общем, преимущество у черных приличное. Это белорусское дерби получается. Да. Барышева, по-моему, в каком-то онлайн тоже куда-то попала. Призеры. Или нет? Я не знаю. Нет? Вроде бы нет. Не попадала? Нет. Сейчас нет на этом Кубке Европы. А, или может это она просто тут была в лидерах, я посмотрел. Так, а у Дарыны там что? Ух, у Дарыны тут, по-моему, капец. Приехали? Да, приплыли, я бы даже сказал. Картина Репина. Ну, как-то она неосторожно. Ну, было похоже у нее, в принципе, все время. И надо было там аккуратненько. Не справилась с управлением. Получается, шашка проигрывается, да, по-любому? Да, проигрывает шашку. Отойти нельзя, комбинация, но и ходить некуда. Причем проигрывает шашку, еще и позиция хуже. Нужно сдаться. Да, тут уже, наверное, все. А, дает так? А, подожди. Вот что. Мы же ничего не видим. Смотри, какая она. Молодец. Все, ничего. Да. так вот. А значит, зря напала, наверное. Казалось. А сейчас не получится в дамке проскочить, еще черную откинуть, там напасть. Ну, можно пробовать. Ну, так и будет делать. Надо отдавать. И идти. Ну, тут все-таки, мне кажется, она должна защитить. Шашка лишняя. Поставит, мы там закроемся. Куда там 33-29? Ну, пойдем там как-нибудь, не знаю. Ого. Сразу в дамке я решила не идти. А почему? Интересно. Он хочет потом 29-28 пойти, хотя мы же там вроде проскочим. Ну да. Не, ну она хочет 23-29 отдать и просто пойти, что ли? Так. Видимо, такой план. Ну да, да. Пошла, ну да, там пойди ничего. Ну да, но Дарина такая, она изобретательная. Тактически какие-то все время штучки находит. Спрашивают, кто из сильнейших играет наиболее остро в сотках. Кто играет наиболее остро? Без понятия. Ну, среди женщин, например. Может, ты? Не знаю. Нет. Нет. Я вроде не так остро играю, как некоторые. Ну, а кто играет острее? Может, Даша Федорович. Даша, ну да, она может подкрутить. Но она все равно, она как бы не с самого начала. Она может где-то там в середине потом начать. А сначала она все-таки так более-менее старается. Там или в центр куда-то ходить. Да. А среди мужчин кто в сотках? Наиболее остро. Наибольший остряк. Ну, раньше Шварцман был острый такой. Но он уже как бы чуть-чуть перестал острить. Стал, ну, может, возраст уже так сложнее. Более академично играет. Ну, а так раньше он, конечно, накручивал так со всеми. А, ну Валдерис, наверное. Счетчик. А из голландцев молодых там что есть сейчас поколение? Из голландцев, да, вот Айзендор, наверное, тоже такой очень острый игрок. Ну, может, и Вронин, но Вронин Дейк, наверное, все-таки не менее. Ну, да, вот Айзендорн любит поострить. Тут ничья уже. Форсирует ничью. Так, что тут у Полины? Полина будет прорыв. Прорыв. Нет. И для... Да, что? Для Эншпиля ну, тоже. Ну да, у черных, по-моему, выиграно, нет? Надо смотреть. Ну, хорошая позиция. Для Эншпиля еще шашки так хорошо стоят. Белые никуда не прорываются. Так, Так, можем еще кого-то открыть. Тут ничья уже. Так, у мужчин перерыв 3 минуты. Ну, давай вот вторую доску. Вот эту Миронова. А, тут уже тоже конец. Нет. Так, Глушко выиграл. Выиграл. Это еще партия Вера Горбачева, да? Угу. Против... Так, а открой тут, там, где Полина играет. А это закончилось. А вот она все-таки прорвалась, и все уже выигрыш. Да, Полина выиграла. Вот такая стандартная жертва в середине была, и потом реализация. Ну, тут тоже белый выиграет. Одну отдали, 2 побили. Так, тур завершился. Это у нас завершился какой 6-й тур. Угу. По-прежнему лидирует у мужчин Ваге Пагасян 10 очков, Алесиос Кагианте, Юрий Симонович по 9 очков. На манеже все те же. Сейчас ничьи все, смотрю, наиграли в группе лидеров. Ну да. Тоже интересно. Так, а среди девушек кто там у нас? Поменялось что-то или ничего не поменялось? Так, Алена Большакова, она по-прежнему тоже на первом месте, 10 очков. Аника Колодезникова 9 очков. Полина Петрусева 9. Ой, тоже врывается в тройку. А чуть-чуть еще промотай. Кто там? Подожди, Лобанова проиграла 4-й. Угу. Архангельской. Да. Якутия доминирует. Да. У девушек как-то вот перспективнее, мне кажется. Ну так, участницы. То есть, если в плане там среди женщин, потом как-то вот у ребят тут, не знаю, все плохо, мне кажется. Ну вот, из тех, кто тут играет хотя бы. Ну, если армянин на первом месте идет, это значит, все пропало. Ну, либо он играет с программой. Ну, да. Вот, 2 ничьи сейчас сыграл, 5-й, 6-й тур. Ну, он контролирует ситуацию. Он же не может все партии выиграть. Тогда его точно дисквалифицируют. Тоже там был ветеранский турнир онлайн, и там из Хорватии... Товарищ там просто всех выигрывать начал. Его сразу дисквалифицировали. А если бы он ничейки делал там, спокойненько проиграл бы кому-то. Никто бы не придрался. Да. Надо с умом читерить, да? Я не Сахин, говорит, Идрисова остро играет. Да, Айгуль тоже такая острячка. Угу. В общем, давай. Женский турнир будем смотреть. Женский сейчас перерыв долгий, там еще 7 минут. Да. Мужской начался. Да, а тут уже начался, ну давай выберем кого-нибудь. Кого, может... Давай, может, 4-ю доску посмотрим. А, Дмитрий Мельников, да. Интересно. Дмитрий Мельников, а Самвел это кто у нас? Сейчас посмотрим. И еще кого-нибудь открою. Самвел это тоже из Армении, Самвел Азибекян. Да-да-да, это ж вот их самый сильный. Да, в Блице но он первое место. В этом турнире не справляется. Он в Блиц лучше играет. Да, еще там кого хотите посмотреть? Ну, давай. Кого? 3-ю давай доску. Там вот этот Илья Дереглазов тоже, в принципе, давно. Да, Илья Дереглазов против Алексея Куницы. Куница опять 16-1 пошел. Что-то такое. Вот он острый игрок. Да, он любит. Спрашивает, это кто острый. Еще Руслан Кутуев пишет, Гурнендай кострейший. Ну да. тоже есть у него. Но он как бы такой экстремал. Он там любит цветноты попадать. Угу. Такая у него болезнь была. Но все-таки пока они уровня Бомстера не достигли. У них Ронендайк, не Айзендорн. Вот там быстрые они играли недавно. По интернету, но там с контролем. С камерами совсем. И Бомстер там даже один раз оступился, там проиграл в выигранной позиции. Но все равно потом все остальные партии выиграл. Ну, почти все. Первое место за тур до конца занял. А вроде Слампу проиграл, да? Да, да. Ну, там тоже какая-то выигранная позиция, он там подставил. И потом еще в ничейный сдался. Mm-hmm. Да, еще ничья там, да. Он расстроился. Хотя они побольше играют, то есть Бомстер практически не играет нигде. Они там тренируются. Так. Ну он же учился, а сейчас вроде закончил учебу и сказал, что будет играть. Mm-hmm. Ну вот он даже когда учился, и то у него уровень, получается, не упала форма. Ну да. Силен. Конечно, интересно было бы, если матч с Георгием бы состоялся. Ну чуть попозже, думаю, состоится. Думаешь, состоится все-таки? Что тут как карантины, они, по-моему, вечные. Ну когда-нибудь... Что все заканчивается. Ну, не знаю, вот в этом году, по-моему, турниров уже не будет. Мне так кажется. Это да. А в Турции чемпионат Европы тоже не проведут? Ну, вот они там думают, но склоняются к тому, чтобы не провести. Потому что... В принципе, в Европе-то мало случаев. А вот, получается, Украина, там, Россия... В Беларуси тоже так вроде бы официально мало. Ну, не знаю, как у вас там по-настоящему. Да я тоже не знаю. Ну, видимо, вот из-за этих стран, наверное, европейцы боятся, что ли. То есть все должны быть в равных условиях, чтобы могли приехать. Да. Ну, хотя Турция, по-моему, всех пускает уже. Там у них у самих, наверное, у турков много случаев, но они вроде бы всех пускают. То есть теоретически можно провести, но, может быть, они боятся ответственность брать, что вдруг хоть кто-то заболеет. Ну да, тогда будет грустно. Вот интересно, а все эти турниры поотменяют или перенесут на следующий год, если тогда они будут проводить? Какие? Ну вот Европу, молодежные еще. Ну, молодежный уже каждый год проходит, то есть его уже, получается, ну, не будет тогда. А Европа, она же раз в 2 года, то есть теоретически ее могут в следующем провести. Да. Там просто ж уже отбор на чемпионат мира должен быть, то есть чемпионат мира планировался в марте, а если Европы, ну, нету, как тогда? Они там что-то думают, там в январе ее провести, но это как-то... В общем, все сдвигается. Будем еще год в интернете играть. Возможно, будет онлайн, да, чемпионат Европы онлайн, чемпионат мира онлайн. Нет, так оно, может быть, можно, но надо вот как-то ужесточать вот этот контроль. В принципе, это и несложно сделать. То есть вот у всех же на компьютере веб-камера стоит. Там устанавливают, что это TeamViewer, голландцы так делали. То есть ваш экран смотрят. И еще можно, ну, вот наверняка еще поставить там еще одну камеру с телефона, где-то сбоку. Ну и все. Конечно, там можно... Да, говори. Мы же примерно сейчас так и будем матчи играть в Лиге НАС. Ну да. Да, вот так вот будете. Так и надо. Можно там, конечно, ухитриться, еще там что-нибудь сделать, но уже как бы этого будет, ну, достаточно для начала. Угу. По крайней мере, вот так просто. Ну, сейчас же вообще можно, вот, ну, вот они играют, открыл там компьютер, 5 секунд, можно пойти чай попить, там, что хочешь сделать. То есть тут просто, ну, на доверие строится. Потому что как-то там алгоритмы какие-то, это очень сложно вычислить. Может быть, кстати, в шахматы там, ну, проще, там как-то более какая-то конкретная игра. Здесь же, ну, как вот тут, можно туда пойти, можно сюда пойти. Все вроде бы равное. Но, тем не менее, шахматы не все контролируют и ой, с камерами играют. Да. У нас играют с камерами. Но они там, да, даже Олимпиаду проводят. Угу. Камеры так и не с призами играют. Ну вот, будем пробовать. Кстати, у нас тоже будет Олимпиада, тоже онлайн проводится 9-16 августа. ИДФ проводит. Это в русские шашки? 9-го да. По бразильской версии, 16-го по русской версии. То есть будет Олимпиада онлайн в этом году. Ну, это как бы не ИДФ проводит, это в Лондоне она проходит, эта Олимпиада. Просто в рамках этих игр ИДФ проводит тоже турнир. Да-да-да. Она проводится уже давно. И там, правда, не было, вот, там когда-то стуклетки даже были, когда-то чекерс там был. А вот какие-то годы вообще там шашек не было. То есть Олимпиада проходит, там все интеллектуальные игры есть, а шашек нет. Вот сейчас будет. Вот как, да, да. То есть, в принципе, это неплохо. Кстати, будут играть на гамблере. Ну, это как бы, ну, не та Олимпиада. Вот. У шахматистов я имел в виду Олимпиада, именно вот когда там все страны. Ну, вот как вот этот Кубок наций, такого плана. Кубок наций это не личное, а именно командное соревнование. Кубок наций тоже интересный формат, кстати, турнира. Именно так командный среди стран. Да, интересный. То есть, если вот этот контроль сделать такой, хоть более-менее, то, в принципе, нормально. Такие команды там, ну и женщин тоже интересный турнир. Так, девушки там тоже играют, да? Монголки обыграли китаянок, там 8-0, то есть Китай это там в шоке. Очень странно. Да. Сначала 6-2 выиграли, а потом 8-0, но это как-то нереально. Так, Большакова с Петрусом можем открыть, еще кого откроем из девушек. Ну там, как бы, может быть, только если монгольские мужчины играли, то есть может такое быть. То есть там не программы, то есть там вроде все так по-человечески, но... Сильная игра, да. Ну давай вот эту. Так, тут. Что тут? Прорвался? Шамвел. 3-3-1, 3-3-2. Ну все, Мельников обречен. Но Мельников, он же и в русский играет, не стоклеточник. Угу. Ну, пришел потренироваться. Какое у него звание в международных шашках, знаете, у Мельникова? Международных у него, наверное, вообще нету никакого. Ну, как национальный мастер, может, там как-то. Так уже в русский он там гроссмейстер или кто? Вроде да. Да, гроссмейстер международный у русских. Ну, в общем, тут дамка. Какой-то компенсации особо нет. А можем дальше идти так. Да, Куницы давай. Тут что? Куницы центрок. Поставил кол. Ну, так получше. Белым надо как-то поменять этот кол, попытаться. Ну, или играть уже с ним. Но... Это Дереглазов, он там на плей-оффе играл, он так неплохо играл. А тут что-то вот в этих онлайнах совсем как-то не очень. Он очень быстро ходил. С ним когда-то флаг уронил даже. Такой вопрос. Какие шашки вам больше нравятся? Все-таки русские или стоклеточные? Юрий? Ну, стоклеточные нравятся. Мне с детства больше понравились. То есть я начинал в русские, а потом узнал о стоклетках и как-то все. То есть туда стратегия там разная. Она, конечно, увлекла. Все русские там вариантики там. Ну, тоже интересно, ну такой, тут масштаб такой. Яна, что скажешь? Мне тоже стоклеточная больше нравится. В них как-то полет фантазии побольше, а в русские, что вариант выучил на тренировке, в турнире показал, но не так весело, как в сотке. Не, ну тоже можно там летающие шлифовать, ну, там, да, проверять, но... да. Ну в сотке именно во время партии головой играть надо. Да, то есть в русских больше аналитики получится дома. Надо нашлифовывать все это и потом ждать шанса кого-то там поймать. Да. Но это тоже и недостаток с другой стороны игры, потому что кто-то, например, ну, не занимается по сути, ну, да, есть такое. Ничего не знает, пришел, там 20 лет назад играл, пришел, сел и хорошо играет. Ну, потому что позицию понимает. Это специфика такая игры. С одной стороны, да, но все равно все-таки мне больше нравится, чем русский. А как переключаетесь? Тяжело с одного вида на другой вид? Ну, в русский лично я постоянно варианты забываю, поэтому приходится повторять все время. Ну так нормально. Ну вообще вот я скажу, что совмещать такое не очень хорошо. Я просто по своему опыту знаю. Потому что когда совмещаешь, оно идет на пользу русским, а стоклетки наоборот как бы теряешь. Так получается. Не знаю, может так у меня получалось, но мне кажется так у всех. Русский как бы конкретная игра, и там, ну, приучаешься считать, как бы практически каждый ход. А в стоклетке так не нужно. То есть, наоборот, это вредно, если там из дебюта сидишь и считаешь. То есть, надо как-то там надвигаться, такой интуитивно больше. А если ты после русских садишься, то ты вот тоже начинаешь вот так вот всчитываться. И просто, ну, не там тратишь время, где нужно. Ну да, есть такое. И вот поэтому вот сейчас многие играют там и там. Вот такое это не очень полезно. Ну как не очень полезно? Если цель там в русский что-то занять, то можно. А вот если в стоклетке ставить цель, то, мне кажется, это мешает. Думаю, да. То есть русские мешают стоклеткам развиваться, да? Да. А вот если наоборот, то вообще легко. Там вот если вот играл много турниров в стоклетке, играл, потом сел в русский и вообще, то есть смотришь, как-то оно все там сходится, все такое конкретное получается. Ну, сидишь себе, считаешь просто. А тут как бы надо оценивать, то есть вот на какую позицию пойти, на такую или на такую. То есть идешь на ту, там вроде там чуть-чуть лучше, идешь на ту, там непонятно. И вот так вот. Поэтому вот это переключение, ну сейчас как бы все играют в те и в те. Потому что там медали важны, там, но потом эта цена медали как бы, ну, такая. Вроде ее выиграл, а потом думаешь, что ты особо ничего не добился. Ну это да, но медали тоже пускать не хочется. Ну вот да, медали не хочется, потому что это тоже важно, там потом за них дают финансирование. Ну вот у меня так тоже было. К примеру, стоклетки сложно результат показать какой-то высокий. Ну да, там очень большая конкуренция. Конкуренция, то есть ты пока его покажешь, там должен потратить там много времени. И поэтому там в русский. А в русский хоп и показал уже результат. Уже тебе там и деньги дают, и ты можешь куда-то поехать. И приходится вроде бы в русский играть. Но при этом ты теряешь как бы в подготовке. И вот надо вот так вот лавировать как-то. Идеально, конечно, если тебе дали много денег, и ты там себе спокойно в 100 клетке тренируешься. Да, будет нормально. Бывает. Ну да, дают же за результат. Так, тут самый выиграл, да? Ну да, подтягивается. Они там в тройку попадут вдвоем. Так, что тут у куницы? Ну, видишь, Дереглазов поменял кол. Угу. Ну, черных все равно как-то центрок. Ну да, какой-то центрок, но надо им позакрывать вот эти дырки все. На 13-12. Так, на кого-то еще там, давай кого-то еще глянем. Тут спрашивают, как нам ничья после 4 ходов между Погосяном и Большаковым? Расписали ничью, получается, армянин. Ну, он решил не рисковать. Видимо, да. Так, кого тут еще могу открыть? Ну, давайте Степан Дорошенко. Не, так ты открой эти текущие женские, вот, которые идут. А, эти? Да. Что тут у нас? Так. Алена, чемпионка. Трехкратная чемпионка в блице, да. Угу. Якутии там, да, много у них, конечно. Там весь топ занимает. Но у них недостаток есть один. Они как бы не учатся вот правильно играть. Они играют много. И вот на молодежных они там как-то им хватает. А потом на взрослых переходят, и у них ничего не получается. Интересно, чего так происходит? Ну, они же не учатся правильно играть в шашки. То есть они там ходят куда-нибудь, там какой-то расчет, наигранность. Вот такой какой-то стиль. А все-таки уже дальше, ну, не хватает этого. То есть там уже уровень выше. И просто так кого-нибудь там на комбинацию поймать или там где-то в конце там перечислить уже не получается. То есть там нужно стратегически переигрывать. Уже, а у них этого нет совсем. Так что, в принципе, надо с детства учиться играть. Ну, может, у них цели другие. Они там просто куча детских медалей выигрывают. Ну, хотя, может быть, они тоже хотели бы взрослую какую-то. Получается, там Матрена Наговицына была призеркой. Данилова такая была. Что Матрена ж там вот как бы по своим данным она, ну, могла чемпионкой мира стать. Но что-то никак не становится, не становится. Ну, может, в будущем. Ну, может, но уже такие у него золотые годы проходят. Лучше побыстрее становиться. Нет, потом это, сложнее уже будет. Там уже жизнь разная, там какие-то такие моменты. Еще много шашек. Тут у Алексея что? Ну, как-то да, у него вот эти решето такое постоянное. Как бы он не вляпался куда-то. Ну, тут Дереглазов, наверное, комбинации какие-то проверяет, но их вроде нет. Можно тащить, наверное, какой-то 50-44. подтягивать. Оба. Началось. Борьба. Да, подкрутил. Что это значит? Ну, то есть хотят сейчас 35-30 как-то пойти. И попожать совсем. А на нападение в эндшпиль, что ли, он будет переходить? Наверное. Эндшпиль там такой какой-то непонятный. Там же дамку непонятно куда ставить. Куда бить вообще? Ну да. Если на 1, ну, может быть, как-то 8-12 даже зажмем. А 3 потом... Шпиля, конечно, 100 клетки сложные. А если на 3? Дамка ловится вроде, да, там если на 3. Ну, надо поставить вначале ее. Свою куда-то. Потому что наша висит еще. Поставили на 47, а он сбежал на 21. Успевает, да. Ну, правда, мы там... А, он сюда вот решил. Ну, грозит пока. Одну отдать, 2 побить. Надо как-то реагировать. Надо закрываться. Закрываться, он там куда-нибудь, куда пойдет. Закрылся. Ну, что, нормально у черных. На 47 поставит. Если 27-21, мы 23-28. И будем грозить поймать. Ну да. Ну и белые ничем не грозят вообще. А, не, может, какой-то 36-31 есть. Такой. Так сразу ходит. И что это? Может, что на 47 ставить нельзя? Почему? 50-44 и словил. Ага. Красиво. На 48 поставили на угол. Угу. Так тут вроде можно 27-22. Даже так. Ну да. Будет, наверное, что там, лучше, может, даже у белых. Угу. Да, так и делает. Ну, хотя на равных. Надо сейчас какую-то шашку спрятать, 14-19, что ли. Чтобы ее не забрали. Давай какую-то другую партию, реально. Вот. Большакова тут. Чуть-чуть фланг немножко слабоват у черных. Левый. Ну, их правый. Ну так, нормально. Так, укрепим его. (11, 17, 17, 21). Наверное, даже приятней у черных. Или нет? Ну, вроде потом можно 8 повести, и колонка будет. Угу. И там какие-нибудь удары. Большаковой 8 минут, у Полины минутка. Она еще и думает. Ну, она, видно, проверяла 12-17. А, ну, может. Опять думает. Что тут думать? Меняться надо. У меня вполне возможно проблемы с интернетом могут быть. Да, да, может быть. Да, меняется. Ну, то вот у китайцев тоже проблемы с интернетом, они поэтому вот в этих турнирах у них сложности. И у них, кстати, дома именно плохой интернет. Там, если в каком-то клубе, там еще нормальный. А вот дома плохой, поэтому они там приходят в клубы играть. Интересно, а почему так? Не знаю, что-то у них. Ну, у них же, говорю, этот фаервол, там, контроль за интернетом, и он, конечно, снижает скорость. Плюс, может быть, много людей из-за этого. Ну да, там же их очень много. Причем к вечеру там он как бы скорость падает. Все приходят с работы. Что тут? Черные в атаке. Интересно, как это получилось. Ну да. Отъел шашку. Оно, видно, какую-то петлю построил. И белым пришлось отдать. Возможно. Вот там вот это 16-17. Теперь как-то плоховато. А сейчас, если просто какой-нибудь на 25. А, так мы можем. Нет, сейчас не можем. Или куда ходить? Если на 21 он уже нападет на 14. А, ну правда мы поймаем же там. 21 можно было. На 14 мы 6-11 бы поймали и отрезали дамкой 3 штучки. Да, да, прикольно. — 25 пошел. Ну, теперь ему надо куда-то спрятаться. Куда? Ну, сейчас, наверное, можно на 21. Да. И все, кажется. А если на 15? То 20... 3-28. Ой, нельзя же там. Можно просто, наверное, закрыться. А, можно же просто 21-27. А, вот так вот? Прекрасно. Да, можно. А, ну все, туда сдался. Он дает еще. Да, что-то терялся, он как-то в плей-офф играл получше. Дадут побить. Ну, хочет вот эту шашечку забрать, 21-ю все-таки. Может, на 39? И если напал на 10, закрыться. Да, не получится. Мы же все равно дадим же. Да, да. 39 бьет. Слушают все. С задержкой, правда. Надо отходить. Угу. И напал. Мы там можем, наверное, на нападение куда-нибудь пойти, там на 25 и 29-33 двинуться. Угу. Очень перспективный эндшпиль. Не, он просто закрыться решил. Также поменяем. Ну там зря. 50-44 разменяем шарашки. Не видел, видимо, это. Но это уже не ничья. Да, это ничья будет. Тут уже ничего не придумаешь, да? Ну да, сейчас надо белым аккуратненько одну шашку еще поменять. И они, наверное, это успешно сделают. На 32 и там 46. Юрий, вы с Арменией играете 5-6, да, договорились? Кубки нации. Ну, мы как бы не договариваемся, то есть там стоит число. Будет с, будет с камерами, да, матч? Да, да, будет с камерой. Ну, то есть как бы там по расписанию было суббота-воскресенье, должны были мы играть, как обычно. Но решили начать вот с камерами играть наш матч. Ну, там в чем получается момент такой, ну, наверное, нашу пару удобнее всего было сделать, потому что, ну, там по-русски те и те понимают. К примеру, если там какая-нибудь Нидерланды и там Гвинея-Бисау, ну, я думаю, сложнее немножко было все это организовывать. Поэтому нас выбрали и вот предупредили. И, в принципе, мы были готовы, Украина, играть и в субботу-воскресенье. То есть мы там в четверг узнали, мы там, в принципе, эти программы, ну там быстро все. Там это TeamViewer, Skype, в принципе, все просто. Ну, вот что-то вот армяне сказали, им там надо научиться скайпом пользоваться, там еще что-то. И как бы перенесли, да, на середину недели. Потом что-то там опять что-то не нравится, там время им не нравится. Хотя время же это стандартно, ну, то есть если Европа играет там 8 часов, Азия там в такое-то время, Россия играет всегда в 4, потому что у них там получается Якутия в одном часовом поясе, а, к примеру, там Петербург в другом. Поэтому они играют в середине дня, ну, чтобы и те могли играть. Ну, вот не знаю, то есть как-то что-то там Армению время не устраивало. И они там уже там пишут какие-то посты. Дискриминация. Так, дискриминация кого? То есть играем же и мы, и они. Получается, дискриминация нас тоже. То есть, ну, мы не возражаем играть, в чем как бы проблема. В общем, не знаю. Должны, по идее, играть. Ну, как, придут они, нет. Понятно. Так, Большакова выиграла у Петрусева, я смотрю. И, кстати, там изначально вроде бы на вторник планировали, но вот из-за того, что вот этот один человек играет здесь, вот в этом турнире, перенесли на среду. Вот этот второй. Самвел Азербайджан. Так, после 7 тура у нас тут по-прежнему лидирует ВГ Пагасян, 11 очков, Олесиус Кагианте 10, Юрий Циманович и Самил Азербайджан тоже по 10. Ну, кстати, вот этого Пагасяна, его нет заявки в сборной Армении. То есть там другой Пагасян, по-моему, которого дисквалифицировали на лидрафте. А если бы этот был заявлен, тогда бы он смог бы играть. Может, кстати, это просто его какой-то там родственник. Возможно. Так, ну тут ничья, да? Кого там еще можем открыть? Не, ну вообще это правильно то, что делать с этими проверками. И потом там полуфинал и финал будем уже играть. Ну, кто там пройдет, тоже так же. Конечно, лучше было раньше это делать, с самого начала. Но там много команд было все-таки. Но лучше поздно, чем никогда. Да. И потом, если в будущем какие-то турниры, уже будет опыт какой-то, как это все проводить. Так, Барышева делаем. Ну, а ничья, наверное? Как ничья? Кто куда? Как выиграть? У меня же две дамки. А у меня просто доску не очень видно. Если две дамки, то тогда да. Что это за ход был такой? Зала в дамки пустила. Зачем? Что-то как-то непонятно. Что это вообще такое? Форсировала ничью, взяла. В общем-то, правильно сказала, ничья. Стояла дамка на 47, взяла, ушла. Да, просто в дамке пошла. Так. Тут у черных, наверное, выигрыш. Сейчас они успеют куда-нибудь на 22, и все, и центр будет сильный. Да. А я Ника, колодезника. Тоже она была чемпионкой там среди за 19. Потом вышла замуж и стала хуже играть. Поэтому вот надо спешить. А там уже появляются другие заботы, когда семья. Ну да, там другие заботы, там уже как бы сложнее. Так-то, ну, физически, может быть, в любом возрасте можно выигрывать. Но нужно, получается, вот эти все жизненные вещи как бы отсечь и сконцентрироваться сложнее будет. Уже жизнь тебе как бы не позволяет. На 17 надо ходить. Ну, так, проверы сейчас на 48 поставим. Ну, хотя и на 17 там проигрыш был. Две нады поменялись. И привет. Да. Можно сдаваться. Так, кто у нас там еще остался? Все, уже доиграли все партии. Это какой тур? Седьмой тур закончился. Так, у девушек. Седьмой тур. Алена Большакова, да, лидирует. А, подожди, так. Полина проиграла? Да. Да, проиграла. А Ника Колодезникова трое мест, 11 очков. Потом по 9 очков Анастасия Архангельская, Полина Петрусева, Кристина Осипова и Дрина Моисеенко. А мы не посмотрели, да, как она проиграла, получается? То есть она там думала-думала? У нее время закончилось. А, то есть она зависла, наверное, просто. Ну, Дарина тут немножко. Так, 9 минут, а тут у нас 2 минуты у мужчин перерыв. А тут кто? Ну, тут Армения. Ну, вот они, видимо, там какой-то бонус имеют, что ли, с этого онлайна. И вот они решили таким образом. Ну, что, как никогда в жизни не играли, а тут такие прям силачи. После 7 туров на 1-м, на 4-м месте. берут табличку, приходят в спорткомитет и говорят, вот, давайте деньги на развитие. Возможно. Не, ну такой путь тоже, конечно, возможен. Ну, не знаю, по-моему, он порочный, потому что потом все так начинают делать. Да. Ну, не сказать, что, конечно, очень мощный состав, но все равно как-то вот люди-то играют. А тут прямо такие непробивные. Да. Блица вроде бы больше было игроком, мне кажется. 1800. Ну, может, потому что долго играть не хотят целый день. Блиц быстренько так, хоп-хоп. Тоже растягивался на 4 часа турнира, я смотрел. Юблицы. Ну, 4 часа это не 8. Ну да. Еще перерыв сделали полчаса. Тоже растягивая турнир. Угу. Так, у нас еще 2 тура остались. Как раз все и решится. Последние туры. Да. 2 решающих тура. Там, кстати, среди мальчиков в 19 лет победил Дмитрий Гусаров. В 16 Сава Заика в блице победил, с Россией тоже. В 13 лет Петр Кучкин, да? Или Кичкин? Кичкин, наверное. Кичкин, да, наверное. Какой-то родственник вот этой Аяники. А в 10 лет Сайдам Стручков победил. Возможно, родственник Стручкова. Может, там просто однофамильцы? Может, однофамильцы. Так, у нас 8-й тур начался у мужчин. О, 2 армяна играют. Так, кого еще откроем? Дереглаза с итальянцем? Или... Давайте. Подозреваю, что армяне ничего распишут между собой, подозреваю. Ну да. Невыгодно. Ну хотя может. Хотя, возможно, и невыгодно ничего, как ты говоришь. Надо считать, как там турнирная таблица, кому выгодно, кому нет. Ну, вообще надо играть честно. Кстати, вот. У некоторых, наоборот, вот когда там соотечественники, они еще более бескомпромиссно играют, потому что там конкуренция какая-то там, и результат, наоборот, более непредсказуемый, чем когда вот с каким-то там, ну, другим играешь. Потому что, как бы, если свои, там, борешься все время, там, кто первый, кто второй, и вот между собой все время такая рубка. Да, надо играть честно, конечно. Ну, конечно. Вот. Иначе, ну, как спортсмен, потом ломаешься уже и навряд ли хорошее, ну, что-то да. Получится. Вот. В смысле, по-другому играть нет. Вот, кстати, у блица как раз у девушек в последнем туре Алена Большакова проиграла своей сестре, я так понял, да, Альбине Большаковой. Да, ну, причем проиграла, у Алены там чуть ли не выигрыш был, и она потом уронила флаг уже в конце. И в итоге... Со второй попытки, то есть. Да. Алена занимает 1-е место, ее сестра 2-е. Угу. То есть, как бы тоже так не очень кажется честно. Ну да. Ну просто мне вот кажется, не знаю, как на онлайн-турнирах, а на офлайна нужно продумывать, чтобы людей из одной страны в начале садили играть, а то когда играют в конце не очень получается. Сейчас у белых есть комбинация такая, то есть одно отдал, две забрал на 11, да, и потом еще одно отдал, две забрал. Это, правда, размен, наверное, большой. Да, вот они проводят. Так вроде размен только, да? Ну да, потом 38-33 и вот туда на 11, но там черные тоже могут разменяться. А напал, да. Да, вот так они делают, потом там. А, сейчас еще можно 2 отдать, да, будет? Угу. В Китае тоже такая проблема есть. Там вот они, к примеру, если какой-то турнир, и там даже между городов, и вот ну, такая конкуренция у них идет, то нужно как бы другу помогать. Причем это как бы на таком даже высоком уровне. Ну, не обсуждается даже. Хотя, как бы, получается, спортсмены должны ломаться после этого. Ну, их не знаю, вот как-то шахматисты играют же. Женщины, там у них чемпионки. Да. То есть командный интерес важнее, чем твой личный. То есть, что ты как-то спортсмен там уже портишься, это никого не волнует. Главное, вот ты должен там до страны там помочь. Ну, это вообще отвратительно, как-то так делают. Ну, да. Ну, у всех разные понятия так на этот счет. Тут, кажется, у белых получше, нет? Что делать с этой шашкой на 11? Ну, он мог ее сразу разменять, по-моему. А как? А, подожди, это же он был без шашки. А, не мог, значит. Ну, тогда да, тогда неприятно. Пишут армянское дерби в чате. Да. Нет, еще там как бы, ну, стоклетки, там Азербайджан еще там приезжал, но они как бы русские. Армяне вообще что-то я не помню. Они как бы еще никуда не приезжают. Ну или приезжают, но играют очень-очень слабо. Так, тут вопрос в чате. Юра, у вас планируется финансирование под онлайн-турниры? Не знаю. Вряд ли. У нас министерство не одобряет такой формат. Даже так? Да. Ну это уже какой-то как киберспорт, что ли? Ну да. Там, кстати, призывы в киберспорте очень большие тоже. Ну да. Не, ну как-то для рекламы можно использовать. Ну, так, получается, официально не признают. Но, с другой стороны, если обосновать, что там вот все эти античитерские есть штуки. Я думаю, если с камерами играть и все это продумать, то, думаю, реально провести чемпионат мира, чемпионат Европы онлайн. Если захотеть. Ну, да. Так наоборот же мы же экономим деньги. Мы же никуда не едем, сидим дома. За эти деньги можно каждому купить по ноутбуку участнику чемпионата мира. Да, да. Ну да. Там поездка на турнир, там сколько-то, ну 1000 там евро или сколько. А тут, если вся команда едет, вот она там тратит там 10 тысяч. Так сэкономили. Так, а что тут у Дериглазова происходит, глянем. Тут активная бортовая 36. Так, а девушки там тоже начали играть, да? Сейчас девушек откроем. Давай откроем. У кого открывать? Всех подряд? Ну, давай первую доску, да. Первую, вторую, может. где кутки одинаково играют, по-моему, там так же, вот как Колодезникова, так же и Большакова играла. Дебют. Так, а тут у армян что происходит? Так. Шашек поровну, сейчас поменяет ее. А куда? Как так получилось? Куда делать? Тамка интересно. Даже у черных стал. Дамка испарилась куда-то. А он попытается забрать эту шашку. Угу. А там кто-то у них ничью предложил. Сам ничего предложил. Да. Ну, кстати, а как шашку защитить? Мы сейчас 47-48 ходим и нападаем на нее. Да вроде никак. Ну да, никак. Жертвует. Ну, тут компенсация, конечно, какая-то будет. Белых куча шашек на правом фланге застряла. Все-таки лишняя шашка будет. Ну да, лишняя. Шашка есть, ума не надо. Да. Ну пусть они тут играют без шашки. Давай глянем кого-нибудь. Первую доску давай. Ну, вот эту женскую. Тут тоже думаю. Что тут? Завязочка. Атакует. Надо защищаться как-то. 10 или 4-9. Или можно пока не защищаться. Вроде надо. Ну там 20-25 еще есть, если нападем, мы можем 20-25. Хотя да, да. Ну теперь куда-нибудь 30-25 и напасть. Не хочет так. Ну как-то приятнее, наверное, у белых. Хотя непонятно. Циклетки, кстати, тоже вот интересно такая игра. Вроде бы может быть у одного лучше, а потом у другого. С него нельзя расслабляться. Может быть очень внезапный переход еще. Это какой-то ход неясный был, 49. Так, ну тут, что тут? Сейчас можно пойти как-нибудь 12-18 и не давать 33-28 и за 18-22. И потом там аккуратно 7-11, 1-17 подходить. А если черт белый 49 какой-то момент пойдут, то может быть даже 23-29 действует. Ну, надо смотреть там. Думает. Оба. Вот это что это вообще? Это куда? Зачем? Интересно, интересно. Испугалась. Я же как бы выигрывать, по идее, надо. А что, плохой ход? Странно. Ну, неплохой, ну как бы вроде позиция идейная такая в черных. Можно ну как-то играть дальше. Она нападает, ну и шашки меняет. То есть черный, белый подождут, сейчас 49 побьют, там, например, ну, наверное, лучше на 20 побить. Но могут и на 18, и все поменять вообще. Ну, а теперь вот на 24 бьем, и вот на вот этих первых двух линиях шашек нету у черных. То есть будут все время вот хронически без фланга играть. Неприятно немножко. Черных у белых есть на 47, а у черных на 10, на 4 нету. Так практически все одинаково. Сама ухудшила свою позицию. Ну, не критично тут все, но... Но все равно. Зачем? Ну, видимо, она испугалась, что перегруз этот будет. Думаю, да. И решила разгрузиться. Ух ты, красиво. Классики, Олимпик разрушает. Это плохо, да? Стоклетка. Ну да, Олимпик нужен, особенно если фланга нету, как-то ж надо давить туда на фланг. А так вот все, теперь у черных нет проблем. То есть белый максимум займут вот этот бортик 25-й. Угу. Все. То есть уже теперь за черных поприятнее. У черных-то Олимпик есть. И классика такая за них, наверное, получше. Да, вот видишь, как вот. Поэтому вот интересно смотреть такие женские партии. Все время интрига. Так, что там у армян происходит? Еще не согласились они. Еще играют. Борются. А шашка лишняя у белых так и осталась, да? Да. Так, у Дереглазова. Вот это тянет. Вот тут какая-то острая позиция. Ну, центр у черных. Что он тут хочет сделать? Может, как-нибудь 34-29 подменяться. Потом, ну там ничего нет, правда. Всякие комбинации тут бывают. Туда, на 3. Используют вот эту активную бортовую 36. Но тут их нету. Но надо быть начеку. Так ходит. Кстати, сейчас напасть 2.25. Какой тут выжидательный ход. Как ждать? 26-21. Наверное, так, как еще. 42-37, да. Если подождать, тоже не очень. Ну там ты колонку разрушишь уже. И чтобы ее построить, тебе придется 47-42 ходить. Оба. Вообще 9-14 ходит. Ну это слабость уже будет. А если после нападения закрыться, там удар есть какой-то или нет? Удара нет, но мы можем назад просто поменяться 6-11. Ну да. У тебя останется 45-я. Ну хотя после 9-14 тоже, то есть как бы слабость, но центр. Но все-таки висячая шашка это будет 20. Итальянец тоже не ожидал такой пройти. Надо на борт ходить, что-то думать. А то сейчас со второго раза нападем 20-25. Что он вообще этим ходом хотел? Поменяться потом или что? Может быть, на 20, на 30, 25 он хочет 23, 28 влезть. Такой какой-то. И сразу же грозит там 28, 32, например, 45, 40. Угу. Возможно. Да, вот такое. Надо 42, 37 как-то и... И что делать? Там, ну, такая позиция романтическая. Пока думаю, там дальше переключусь. Так, у Большакова точно. Давай. Так, Большакова тут в центре. Ну, такой точечный центр пока. Одинокая шашка. Не подкреплена так особо. Но у белых тут как бы вот сдвинут первый ряд полностью. Угу. Нет каких-то парчик. Да. Особенно вот 48 тут бы для классики не помешало. И тут, в общем-то, черным надо в классику затянуть, но они могут не успеть. Сейчас белые там 38, и, например, начнут нападать сразу 34, 29. Хотя там удар какой-то есть. 38, 33, 12, 18, и 34, 29, 14, 20. Ударчик. Вот, все, а теперь сейчас черные в классику заходят. И должно быть лучше у них. Больше выжидательных ходов. Большаковка сильная. Быстро еще играет. Силилась. Кстати, тоже не играя, смотрю, Ника Леопольдова тоже было заявлено. Заявлено, не играет, да? Да. Но все равно тут у девушек как-то так перспективней. Ну, вот если в плане на будущее. Так, у нас еще один Рат от Артура, 100 рублей с комментарием. Вы спрашиваете, зачем она сделала такой ход и ухудшила свою позицию? Я вам отвечу, у нее был план, и она его придерживалась. Какой план? Какой-то свой план был, значит. Остаться в классике без олимпика? Да. Не, ну бывает же там, как подумал о чем-то и пошел. Не обязательно. Все должно быть логично. Хотел что-то одно, потом посчитал, испугался, передумал, забыл, что хотел, и пошел куда-то. Ну да. Примерно так оно бывает. Ну да, Большакова сейчас в классику зайдет и больше выжидательных ходов будет. В обеих олимпика нет, поэтому из классики так, ну, не выйдешь никуда. Как такая фланговая игра. Будут обе играть на своих правых флангах, назад меняться. Но в конце будет лучше у черных. Хотя там, может быть, и нет. Там надо сходку смотреть. Вот самую финальную. Может быть, тут и не так много выжидательных ходов. То есть, там может быть и не... Так, у Петерсова тут что? Так. Тут ударчика нету на 44. Вроде нет. Если бы шашка 9 стояла на 4, то был бы. Угу. Так нет. Ну, лучше у черных. Теперь белые вообще не могут на фланге пойти, 30-25 не пойдут никогда. То есть, ну, такая какая-то безрадостная позиция. Черные там 17-21 ждут себе. Тоже классика. Классику, кстати, полезно уметь играть. Потому что какие позиции ты не играй, все равно может классика получиться. Там играешь кол, кол поменяли, классика. Играешь какую-то связку, связка развязалась, классик. Так, у армян тут что? По-прежнему лишняя шашка. Подожди, ну что, такое же ощущение, что лучше у белых. А, так, ну, у белых и лишняя шашка, да. Ну да. Ну, тут выигрыш, наверное. Что тут? Тут как-то уже просто по флангу пойдем туда. Ну, в общем, позиция выиграна, но как они сыграют, непонятно. Так, Гириглазов. 3-3-1. А тут, наверное, лучше у белых. Как-то вот этот центр. Ну, он такой слабо подвижный. Колонок нету. Ну, белые там будут на фланге пытаться прорваться направо, а черные будут пытаться по центру прорваться. Тут кого? Ну, приятнее у белых. Времени маловато у белых, уже смотрю. Ну да, он то ли не любит подумать. Ну вот он неплохо играет, как для итальянцев. То есть до этого итальянцы вообще все плохо играли. Ну там был еще такой у них Бубби когда-то давно. Ну так вот. А вот он молодец. Он, по-моему, тренером работает. Ну, по крайней мере, на этих молодежных он там тренирует кого-то. А он сам, получается, тренируется или у него кто-то есть? Ну, сам. Там, не знаю, как это, по-моему, Шварцман. Не, Георгиев там ездил туда, куда-то к ним. Может быть, давал какие-то им консультации. Ну, сколько он там раз в год приехал. Ну да, все равно молодец. Угу. Тут если напасть... Ну, сейчас, кстати, вот проще стало тренироваться, потому что информация доступна. Даже если в какой-то стране не шашечной заживешь, можно достать там материал. В интернете играть можно. То есть раньше там живешь где-нибудь, там играть не с кем, все слабо играют. Никуда не поедешь, литературы нет, партий нет. Сейчас вот. Поэтому... На бортик пошел. Ну, нападение любое хочет тоже напасть, что ли. Да, если 14-19 в начале. А, ну он будет бежать, потом откидывать и дальше бежать. Ага. Так. Ну ничего, скорее всего. Ну да, должны черные как-то сбежать. По центру будут. Давай кого-нибудь переключим. Так, у армян. Тут. У армян. Будут черные как-то сбегать. Ну, наверное, проигрыш у них. Так, Большакова, что тут? Тут белые остались без фланга. Сейчас, наверное, черные там прорвутся. Думает Кристина. Ну, как, что тут? Такое, ну, сейчас поменяемся и пойдет шашка по бортику там. Может и не меняться, кстати. Ну, на крайняк поменялись и пошли туда 26, потом на 37 идет, потом жертва и прорыв. Черных все на месте, все крепко. Колонка 3, вот это 9-14, фланг держит. А, она сразу не бежит, ну, что такое. Можно на 17 шашку провести, а потом прорваться уже. Ну да. Тут такая временная защита. В общем, наверное, проигрыш что-то. Но реализация тоже дело сложное. Наверное, еще более сложное, чем получение преимуществ. Угу. И вот, кстати, вот когда вот кто в русский играет, вот и многим в реализации не хватает. Потому что, ну, это как бы физически сложнее. То есть организм привыкает, что там играешь партию, где-то там вот какой-то эндшпиль там посчитал на парочку ходов, и все, и выиграл. Угу. А тут как бы оно, ну, такая долгая игра. Это вот, да. Ты, получается, ну, можешь не суметь. То есть физически уже организм как бы расслабляется, и все, и выпускаешь. Тут только играл, и эндшпиль. И заново все. И, кстати, можно вот темперамент посмотреть многих людей. Вот те, которые играют в русские шашки, вот их называют, там спрашивают, кто хорошо играет, да, там Белошеев, там Михаченко. Вот они все темпераментные, такие быстрые. Ага. Тот же Валюк, там Муро, там Рылаев. Хоть он и в стоклетке играет, но он-то как бы из русских. То есть вот такой склад. Потому что игра более короткая и как бы вот побыстрее хочется. А стоклеточники там вот Чижов, Георгиев, вот они такие сидят там и все. Спокойные, терпеливые. Да. Там когда-то, я помню, наблюдал, вот Георгиев пришел там футбол смотреть. Там идет матч. А он сидит на одном месте, вот там, вот я не знаю, сколько он там, наверное, вот весь матч он на одном месте сидел. Прикольно. Поэтому некоторым даже вот физически в стоклетке тяжело играть. Ну да, это же очень долгая игра. В русские 2 партии 3 часа длятся, а в стоклетке 1 часа 4 да. или 5. То есть надо себя там заставлять, как-то настраивать. Угу. И это не так просто. Так, у Полины тут что, 3-6. Полина пропустила какую-то штуку. А белые идут в дамки. Угу. Походу. Зевнула что-то. Что ж она? Какую-то жертву, что ли? Да, проиграет. Ну, вот это, видишь, якутская школа. Вроде как-то там ходит, олимпики разрушает, потом какую-то тактику провела и выиграла. Да. Ну, позиция-то плохая была, а если бы вот не попались на эту тактику, то все. И до конца партии сидела с плохой позицией. Якуты, вот если бы они прибавили вот этой позиционной игре, они, ну, очень сильные были бы. А тут закончилась уже партия, да, Полина проиграла. Уже выиграла, ну да, сдалась. Так, у армян тоже тут закончилось, Самвел выиграл. Ну да, более старший. А, ну, они примерно, может, одинаково. Так, у итальянца с Дереглазовым тут ничья. У Алены Большаковой тут 7/7. Не то меняет. Должен быть выигрыш, но надо как-то мучиться. 31, наверное, надо отдать, чтобы больше шашек в центре было. Так, кто у нас там еще остался? Дамка, но шашек намного меньше, да? 10/4. Интересно, как такое произошло. Так, Анастасия Архангельская против Виктории Николаевой. Да, как-то многовато. Видимо, комбинация какая-то была. А это что? Решила их отдать и поймать. Ну, выигрыш все равно. Там можно было, наверное, не отдавать, дальше играть. Сейчас можно еще отдать. 5 единиц достаточно. Да. Тут уже точно выигрыш, думаю. Так, тут. Так, вот тут интересно. Как тут всякие штучки. На 47 можно поставить пока. Если на 13 мы побили, дамку поймали. То есть надо. Ну, она может, наверное, 28-23. И дальше туда. Я думаю, ребята тут бегут на ничью. Вроде везде проходят. Бегут. Ну, будет по 4 шашки. Может, они убегут. Да, поставили на 47. Если отдала 20-23, на 33 побили. На 12 и на 11 держим. А если вот так? То есть как бы могут и не убежать, да. Будем нападать. Если закрылись 28-32, то мы нападем на 29, наверное. А еще, может быть, можно на 46 поставить. И если закроется, то что? То разменяться просто 9-13. Нельзя там выиграть будет. В общем, возможностей много. Надо все это считать. Ну вот в этом и разница 100 клеток. То есть видишь, как бы партия идет. Уже вроде бы борьба позади, а еще тут думать и думать. Да. Ну, поставили на 47. Что на 46 пробежимся. На 7 туда. Значит, на 47. Там будет отдавать. А, там, кстати, есть такая штучка. Вот если она... Сейчас, куда вот ей ходить? Ну, если 38-32, то мы нападем на 36, по идее. Да? И привет. Значит, надо 38-33. Побили на... Сейчас, куда я там хотел побить? Побили на 20. она на 12 и напали на 14. Если она отходит, то 3,8 и поймали. Угу. Может быть, это такой быстрый выигрыш. Что самое интересное, даже и потом, то есть какой-то эндшпиль, там 4 на 2, и тоже его надо еще реализовывать. Тут Николая как-то проникла все-таки в дамки, но ненадолго. Да, тут все уже, да. Если бы играли в игру прорыв, да, то получается, черные выиграли. Первые в дамки прорвались. Да. Это уже можем закрывать, а тут уже, да, выиграли. А вот она чуть-чуть дальше. Так, у мужчин закончился тур. Там выиграли, что ли? И не, эта партия еще идет. А, вот тут еще идет. То есть она ниже чуть-чуть напала. Теперь можно отойти. То просто мы там когда стримили, там другой матч, там потом такое замечание сделали, что вот шел матч, честно, какой-то другой момент. Потом начали сидеть там, с какого города там человек. Я говорю, что, мол, вот, ну это как в футболе, там какой-то голевой момент, а тут хоп, и выключили телевизор. Так, у нас еще один донат, Артур 100 рублей закинул. Так, и с комментарием. Я же говорил, у нее была своя тактика, она ее придерживалась и пришла к нужному результату. Угу. Ну тут тоже теоретически выигранная шпиль. Шашка на 35 отрезана. Если бы на 25 была отрезана, то ничья. На 35. Далеко и до дамок бежать. Черные петлю подстроят и, ну, и потом дамкой помогут. Тут надо действительно аккуратненько вот эту шашку 3 потом ввести. Ну, хотя там ничего сложного. Можно даже 3-9, наверное, пойти просто. Да. А, вот еще это Лобанова, да, играет белыми? Да, Дарина Лобанова. Что-то у нее шашка меньше. Сейчас нападем просто на 11. Будет минус 2. Против Алина Кардашевская. Ух ты, могла ж отдать. 23-29, да. Не заметила. Теперь там можно напасть. Интрига. Пожалела. Ну, тут как бы белые в атаке. Все-таки они поближе в дамках. За 29-я как пробежит. Ой, куда она ее погнала? Чего не через центр? Ух ты. Также ничья. Не хочет. Хочет выиграть. Белые, видимо, на ничью решили уже играть. Ничья. Ну да, вот построила Большакова. Все как учили. Теперь дамкой покидаем. Главное выгоняет, да, и потом проводит дамки. Угу. А кто у них там тренер, у этих якутов? Кычкин? Возможно. Ну, он у них как бы как руководитель, он все время ездит, а там кто-то должен тренировать. Такое ощущение, что вот их так особо не тренируют. Ну, то есть они сами там что-то смотрят. Дождя, если мы на 21 нападем. Да, если напасть. И все вроде. Да, вот видишь, не точно пошло. Вот так вот мучился полпартии. Да. Вернее, всю партию. Мучился, мучился. И выпустил. Обидно. Да, так и делают, да. Белые. Надо было другой шашкой пойти. 30 на 37. Поспешила. Ну, ходи уже, а то флаг уронит. Все, тут уже ничего не сделаешь. Угу. Так, у Дарина там что? Тоже ничья. Закончилась партия. Это последняя партия, да, получается? Так, у мужчин у нас после 8-го тура лидируют два армяна. Армяне. Супер игроки. Самвел Азибекян и Ваге Пагасян 11 очков. Олеся Скагианта, Юрий Симонович тоже по 11. И потом группа по 10. Алексей Большаков, Себастьян Вечерик, Илья Дерегазов и Степан Дорошенко. В принципе, еще имеют шансы на третье место хотя бы побороться. Теоретические хотя бы. Да. Сила. Так, тут ничья закончилась уже, партия тоже. Да, значит, у девушек кто тут у нас по принципу? О, два лидера. Айника Колодезникова и Алена Большакова. Они... Неужели Большакова не выиграет? Они между собой уже играли, смотрю. Ничью сыграли. И потом на 2 очка отстают Анастасия Архангельская и Дарина Масиенко. Как раз Дарина и не играла с лидерами, смотрю. Сейчас с кем-то с ней будет играть, с ними. Ну, надо выбрать кого-то. Да. У нее коэффициент плохой, она проиграла в первом туре. Да, Полине проиграла, Полине Петрусевой в первом туре. А выиграла сейчас у Барышева. Да. Тут, в принципе, чемпионка или будет, мне кажется, или Айника Колодезникова, или Алена Большакова, да, получается? На 2 очка разница. Да, уже. Да, отрыв такой приличный. Ну, может быть, они, если обе проиграют, тогда... Ну, даже вот Масиенко, наверное, все равно их не догонит, потому что коэффициент плохой очень. А вот Архангельская может обогнать. Да, но шансов мало, чтобы обе проиграли. То есть Тонко там на 8-м месте. Да. Тут, видимо, армяне попадут в тройку по-любому, кто-то из них попадет в тройку. Или даже выиграют сейчас. Но они очень сильные. Да, уверенно. Очень уверенно играет. Я думал, между собой ничью распишут быстренько и все. Не расписали, играли, видимо. Ну, видимо, план другой был изначально. Наверное. Так, это сколько у нас же турнир длится с 14:00 получается, да, 6 часов уже. Ну, 7 часов где-то, да, получается, минимум идет турнир. Рапид. Ну да, такой нелегкий турнир. Ну, там уже перерывчик был небольшой. Да, Куница проиграл, тоже, получается, упал на 10-е место сейчас. Уже шансов мало на тройку у него, смотрю. Ну да. Из белорусов, если только Юра Тимонович. Ну, да, никому не проиграл. Ячейки делает. Да. Да, вот начинается через 8 секунд. Поехали. С итальянцем этот играет с поляком. Да, сам Скагианте играет с итальянцем. А Сибала этот поляк, да, вроде? Угу. Сейчас глянем. Себастьян Вечорик, да. Тут ничего, наверное, будет. Так, а на третьем там? Там Вечорик обречен, походу. Ух ты, а тут интересный дебют. Быстро двигают, надвигали. Угу. Боннар. Надо 46-41 и менять эту шашку, вторгнувшись. Ну, получше тут у белых. Но острая позиция. Да, 9-13, 8-13 нельзя было ходить. 9, теперь еще там шашка 2 может подзастрять. А, там комбинация была, да? 8-13. Да, если 8-13, 33-28, или как там? Нет. Ну, вроде да. Нет, 33-29. Да, или 28. Или так и так может. Да, только так с лишней шашкой. Mm-hmm. Тут просто уже долго смотришь, шашки посчитать не можешь. А когда там кто-то играет, и так вот безошибочно там, конечно. В том-то и прелесть, что человек ошибается от игры. Там даже нелепые ошибки. Ну, так человек такой несовершенный. Подбой может отдать там иногда. На удар простой попасться. Иногда вот любители смотрят, там они говорят, о, что-то такое, там, чемпион там попался. Ну, вот а так оно это нормально. Просто когда вживую уж, ну, нету таких онлайнов обычно, блицов. Никто не смотрит этого, а там сплошь и рядом. И поэтому, когда какой-то там кандидатик играет, там вообще ни на что не попадается, ну, понятно, что он с какой-то подсказкой играет. Возможно, будущий гроссмейстер, да? Ну, может. Ну, с таким подходом, ну. Еще когда там от африканцы, так вот, там можно поверить, потому что вот они, ну, такие талантливые ребята. Там на улице можно кого-то встретить, и он будет хорошо играть. Такое есть у них. Не знаю, как они тренируются. Вот, например, там Джафанх рассказывал, ну там же ни книг нету, ни тренеров. То есть они вот так вот, ну вот как у нас там комбинации решать, они так не решают. Типа взял учебник, и там тренер говорит, реши, и там, вот, там 20 комбинаций, ты там решаешь. А как они тогда тренируются? Вот они играют просто. Играют как-то там. Вот Джеффанг рассказывал, он потом пытался эти партии смотреть, которые он там играл с друзьями. Ну, там у них типа клуб какой-то. Ну, клуб это так, сборище просто. Там где-то там возле какого-то дерева там собрались, играют это клуб. Ну, вот он играет, много играет, потом, видно, анализирует, но все равно непонятно, как вот тут научился видеть эти комбинации. Ну да, если их не решать, это же невозможно. Ну вот как-то вот они учатся, поэтому вот они уникальные, те ребятки. Ну вот они как-то видят, что другие проводят, там одно дает и забирают, они смотрят, делают точно так же. Ну это сложно представить, как это вот у них происходит. Ну да. Еще как депозиционную игру, наверное, ну, можно понять. То есть они смотрят, как другие ходят и стараются точно так же тоже там колонки строить. А вот комбинацию, это ж надо как-то мозг натренировать. Угу. Делают это. Ну а в Армении не знаю. Так, Самвел против Кагианта тут что? Ну, здесь так, черный центр. Ну, белые пытаются там как-то против него играть. Наверное, можно было поменяться 3-2-4. Вот это копыта тоже 6, 11, 17, 16. Шашка 27 его как бы фиксирует. Надо менять, наверное. Можно еще выждать. Может даже 48-ю лучше сдвинуть. Так как-то красивше будет. Тем более на 36 нету шашки. Можно 48-ю сдвигать. Mm-hmm. Поменялись назад, подстроили колонку 48 и поменялись вперед. Там еще может 45 потянуть и на подколу взять как-то. Можно. Не менять в смысле 23? Нет, ну вот, как ты сказала, потом 45 подтянуть. Угу. И он же, наверное, ну да, 29. Да, ну да, да. Решил эту развивать. Ну, он будет классику пытаться, но так, наверное, хуже. Так, а там девушки начали тоже играть так. Давай, откроем. Можно 3 открыть. Так, Дарина 20. Угу. Дарина в центре. Дарина Масиенко, да? Да, что-то она в этом турнире лучше. Там 2 Дарины получается. Угу. Лобанова, правда, блиц до 26 третья заняла. А потом остальных сыграла, по-моему, хуже, чем Масиенко. И сейчас тоже хуже. Но она, кстати, чемпионка Украины, Лобанова. Классику. Молодец. Ну, там повезло немножко, но все равно. Сейчас все впереди, 14 лет, да, вроде 2005 года рождения, смотрю. 2005-го, то есть, значит, 15 будет. Будет, или есть? Будет 15, да. Будет, да. Нет, ну да, потенциал есть у них обеих. Ну, правда, не знаю, они там были в своих категориях чемпионками. Тоже как важное такое. В принципе, можно там и позже научиться играть, но когда как бы с детства выигрываешь такой какой-то... Ух ты, куда ты ходишь? Как теперь 41 вот эту развивать? Надо было напасть, конечно, лучше. Но она так прямо линейно ходит. Теперь придется, ну, связка будет у белых. Чтобы ее не было, надо будет куда-то на 22 вторгаться. Пишут в чате, оскорбляем игроков целой страны. Это кого? Ну, армянина, видимо. Мы же их не оскорбляем. Говорим, они сильно играют. В чем оскорбление? Да, лидируют в турнире. Ну, лидируют. Молодцы. Надо всех учиться так играть. Так, ну тут пока у девушек смотрю, все в начале, мы глянем у мужчин. Какое-то там вторжение, там какую-то партию включил. Большакову? Да, вот это интересно. Что это такое? Влезло, ну, хорошо влезло. Ну, единственное, тут как бы черные будут нападать, там какой-то момент. И вот нельзя будет 3D-3-4 защищаться, но какие-то удары туда на 50. Вот надо как-то с вот этим что-то сделать. Так-то вторжение сильное. Так, у нас еще один донат. Артур снова отправил 100 рублей. Спасибо, Артур. И с комментарием. Я помню, на чудо-шашке в Адлере проиграл Жанне Саршаевой. АБ4, БА5, ЕД4, ДЕ5. Зная прекрасно, что это проигрыш, но как-то руки не послушались. Бывают очень глупые ошибки на всех уровнях игры. Так, тут задумались, там белые. Угу. Ну, только острая позиция. Она, может быть, смотрела какой-то 32-27. Так, 1-7 это у нас Триину Ялк из Эстонии. Это младшая сестра Ялга. Так, тоже много шашек. Так, что тут у Самвела из Кагьянта, сейчас глянем. Ну, вот он тоже, да, какую-то такую подкову строит. Сейчас 43-34 идет и будет там пытаться подхватывать. Так, ВГ Погосяна, что тут? Как-то медленно играют. Да, они уже сыграли. Ничья, ничья уже вижу. Так, у Дереклазова, что тут? Тут острая позиция. Вот как-то непонятно, тут 49-е, тут решето. Тут если черные, ну, такой центр захватят, то у них может и лучше быть. Но белые должны были этого не дать. Ну, куда ходить? Сейчас 18-23 пойдем и что делать? Может перехватить за черных. То есть при правильной игре там должно быть у белых лучше. Но надо аккуратненько. Вот тут. Там куда-нибудь, куда ходить. 48, 43, 18, 23. Тридцать, 25 тоже, 18, 23. Ну как-то может 30, 25, 18, 23 и 48, 43. Вот так как-то. А потом куда? Не знаю, потом куда-то. Потом поменяться хочу. На 30. Ну, на 30. Угу. Так, у Дарины что тут? 36, 12. Дарина тут связка, конечно, получилась. Она так лихо вывела шашки, не задумываясь. Называется, вот не глядя просто. Ну, как бы знает, что нужно их развивать, и развивает. А то, что там черные их связывают. Вот так она решила еще второй фланг связать. Молодец. Теперь еще и тут не нападешь. Да. Ну, куда-то там лезть придется. Чем, конечно, сразу 45, непонятно. Надо было выждать, может быть. Вот такое. Может, вообще был какой-то ход 28, ладно. Ладно, какой давай. Ход? Ту, который... Ну, какое-то вторжение, может. Ну, неважно уже, давай. Какой-то там включал вот эту. Какая-то жертва, что ли, была. Куда ходить? Непонятно. Если поменяться, мы там проведем комбинацию, наверное, и выиграем. Какой-то, может, 17-22 есть ход. Ну, да. Ходит. А вот черные, они, да что там борются? Имеют шанс. А черные же до этого шашка были? Ну да, лишнего не было. Белые, видно, отдали. Сейчас будет поровну, но вторжение такое мощное. Угу. В чате дальше спорят, что мы Армению там обижали, смотрю. Обижают. Не, ну, конечно, если они нигде не играли, то так, такие результаты показывают. Ну, конечно, это удивительно. Без рейтинга, без ничего. Да, мы просто высказываем свое мнение. Может, такие сильные. Ну да. Может, они такие сильные, но пусть приедут на какой-то турнир и там сыграют. Ну, просто вот приезжает все время вот этот Ншан Алавердян, ну, и занимает там какие-то места. Там, ну, 50% он где-то играет там на опенах. А сейчас он на первой доске в Кубке Нации играет и идет без поражений. Ну да, странно. По крайней мере, как минимум странно, да. Ну да, тут, естественно, это странно. Так, а что тут удивляться? Тут вообще на первом-втором идут. Нужно срочно сыграть вживую, и тогда вот все будет понятно. А тут силу доказать самую лучшую в очном турнире. Первый очный турнир, и доказывать свою силу, и все. И все поверят. Ну, сразу. Да, и все сразу успокоятся. Скажут, да, действительно, молодец, усилился. Расскажи, как так получилось. Какие книжки читал. Да. Кстати, тоже пишут, у вас задержка такая большая, что донаты и сообщения вообще не в тему уже приходят. Ну, поставим завтра, да, 60 секунд задержку. Сейчас, наверное, можно зайти туда в любки. После перебоев, там 39, 34 и с угрозой туда, на 14. Mm-hmm. Если там шашку мы не проиграем, то 14, ну не должны, по идее. Мы там вроде идем 43-4 и 34-30. Mm-hmm. То есть армяне это будет такая тема актуальная в ближайшее время. Тут выигрывают, там выигрывают. Посмотрим матч Украина-Армения, возможно, прояснит. Если он, да, будет. Возможно, зря на них это подозреваем. Не, ну, камеры же, да, тоже еще не полный контроль. Ну, хотя бы уже хоть что-то. Так. Пока, я так понимаю, Армения не хочет играть в то время, которое как бы по регламенту. Они говорят, что это дискриминация. Играть во время по регламенту, нужно играть в то время, которое как бы им удобно. Хотя Украине тоже не все время удобно. У нас там люди тоже с работы отпрашиваются, там меняют время. Это же время установили изначально для всех стран, и весь турнир так играли. По идее, не надо было вообще переносить матчи, просто оставить, как и было в субботу-воскресенье, и все. Да, нужно было играть в субботу-воскресенье, но это же сделали для армян, потому что они сказали, они не успевают разобраться со скайпом и вот этот TeamViewer настроить. Хотя там, ну, они все там мало... Они там молодые, тем более все. Они с компьютером дружат, они там вот ролики, видео делают, все там разбираются. Это у нас там есть такие постарше игроки, им там сложнее, там надо скачать, там они чуть-чуть теряются. Ну, тоже справились за буквально там, ну, за четверг. То есть, ну, в четверг были готовы. Могли сыграть спокойно. То есть они говорят, нет, нам надо время. Ну, дали им время. Теперь говорят, надо другое время. Так тоже ж нельзя. Тем более аж команда состоит из 8 человек. То есть у них там один дисквалифицированный, еще 7 есть. Надо замену сделать. Так, что тут у Самвела? Ну, тут у него плоховато. Два бортика захватили белые. Еще шашка 6 застряла. Такая позиция. Ему надо выскакивать куда-то на 29. Ну, не сразу. То есть 8-12. Ну и там, наверное, плохо. В общем, плохо тут. Может попробовать как-нибудь 14-20? То мы можем даже зажать просто 38-33 и все. Теперь за шашки отдавать. Ну вот. Так и играет. Будет, да. Все, тут, наверное, можно колонку сделать на 26. Ну да. Ему нужно закрыться и потом... А, и потом вообще можно 30-25 напасть. Уже не мучиться. Неужели сенсация? Как там в таблице, кстати, сейчас Кагианте третий, да, шел? Или какой он там шел? Не, пятый. Только 11 очков. Циманович выиграл. Вот, Циманович выиграл, на первое место вырвался пока что. Временно, наверное. Хотя... Если тут выиграет... Если Самвел проиграет с Кагианте, то, возможно, возьмет первое место Циманович. Да. Вот так вот, аккуратненько. Ох, не захотел он. Ну, тут, получается, черные жертвовать будут как-то. Тут 16, 21, 6, 11. И там пытаться защищаться. Артур пишет в чате. 60 секунд задержка. Я отправляю донат, успеваю покурить, продолжить заниматься делами, и только тогда приходит. То есть, видимо, больше отставания, чем 120 секунд. Ну, там еще у Ютуба какое-то отставание. Ну, у Ютуба там секунд 10-20 в основном, иногда максимум 30 секунд. Ну вот, 20 и плюс еще эти. Еще 120 мои, что я настроил, да. Видимо, больше, да, получается. Ну да, сейчас отдаст. Может, вообще 48-ю повести? Чтобы, ну да, так и делает. Чтобы вот там 47-я на 36 пошла, и там как-то можно было. Так, у Дереглазов закончилась партия. Выиграли черные. А, ну да, Циманович. Поляк выиграл. Поляк выиграл, да. А, это ж... Да. Не, это белорус. А, Циманович, да, Гуганвес? Это Циманович был, да. Ну это ж... Вот это он и выиграл. Да-да-да. Поэтому на первом и находится. Тут в комментариях пишут, Украина не хочет играть, так чтобы всем удобно было. А при чем тут Украина или не Украина? Кому удобно? Да, там есть судья. Есть стандартное, да, но есть же стандартное время игры. Причем здесь удобно? Оно прописано в регламенте. Там все страны на зоны поделены. Азия, Европа с Африкой в одной зоне. Америка и там Россия отдельная зона, особая. Поэтому там и стоит как бы полуфинал. Россия играет в свое время. То есть неважно, с кем она играет, из любой зоны Россия играет всегда в одно время. Ну, тоже такая немножко. Вот это, можно сказать, дискриминация, потому что Россия особенная зона. Ну, типа как бы Россия как один континент считает. Ударчик подготовил. Мне кажется, надо было сделать, допустим, жеребьевку, допустим, кто первый играет, тому преимущество. Как-то так, наверное. Не, ну в России как бы нет преимущества, потому что там вот якуты, они же тоже, получается, по своему времени, они поздно играют. Угу. То есть там вот сложно у них, там разница между европейской частью России и там вот азиатской, самой крайней, там часов 6. То есть у них там позже, чем в Китае. То есть поэтому так сделали. Но все остальные играют в свое время. То есть все время так играли. Так в чем проблема? Так, Кагян, ты выиграл. Так. Тем более, как бы можно было в субботу-воскресенье играть, как и было запланировано. То есть они не захотели. Что у нас тут в таблице? О, Олесио Скагианто на первое место итальянец вышел. Юрий Циманович на втором месте. Все-таки обогнал его по коэффициенту. ВГ Пагасян и Самвел Азибикян. И Максим Дороган дальше идут по 12 очков. Так понимаю, уже закончится, да? Да. Да. А женский тоже вроде закончился. И как они начинали позже. Нет, еще играет. Давай тогда посмотрим, как. Тут Дарина Масиенко проигрывает. Как-то у нее была связка, много шашек было, а теперь тут прорыв идет на этом фланге. Тут Иван Трофимов пишет. Я слышал, что субботу и воскресенье перенесли на будни, чтобы Яцек смог следить за всеми камерами на нескольких компьютерах. А много компьютеров у него на работе, куда он ходит по будням. То есть все команды теперь играют по будням, начиная с полуфинала. Тут в комментариях спрашивают, видно, это из Армении человек. Теперь он читер, наверное, имея в виду, что проиграл итальянцу этот человек. Ну так и что теперь, если он одну партию проиграл, ну, предположим, я не говорю, что он читер, но вот если бы он был, то от того, что он одну проиграл, он... Если он все остальные играл с помощью, то это не отменяет ничего. Даже если докажут, что одной партии играл, это тоже не отменяет. Даже если в одной, там, да, там уже. Но доказать сложно на 100%. Умные читеры так и делают. То есть они как бы там проиграют кому-нибудь, кого-то не выиграют, какие-то ходы не те сделают. Ну, то есть, как ты видишь компьютер, то есть анализ, и ты думаешь, что тебе делать. Можно так ходить, можно по-другому. Там запутать можно. Сильнейший ход можно делать, слабейший, средний. Понятно, что если ты как компьютер играешь первую линию, то тогда это сразу видно. Так же никто не делает. В общем, в Армении, чтобы снять все вопросы, надо приезжать на турнир какой-то, играть, и все. И тогда не будет никаких разговоров. Там у них вроде бы нет финансирования вообще в Армении. Жаловались, кстати. Причем же одного игрока как бы на лидрапс уже дисквалифицировали. То есть это же тоже, ну, вот говорят, читер, не просто ж так. То есть его дисквалифицировали, потому что он пользовался программой на этом сайте. То есть уже, значит, есть прецедент. Значит, не чисто играют. Так что, в общем, прежде чем обвинять кого-то, лучше самим разобраться. Может, у них там, как бы, не знаю, как у них там происходит. Это же, если, например, кто-то там сидит с программой играет, он же не говорит всем там на всю Армению, что он с ней играет. Да. Может, президент федерации не знает этого. Он думает, да не, ну как, наш игрок никогда в жизни. Да, верит, наверное, тоже, да. Ну да, то есть это же нужно еще внутри разобраться. Так, вот тут Получается выигрыш или не очень? Да, должен быть выигрыш. Две лишние шашки. И так вот черные как-то отрезаны. Только надо тут технично как-то все это сделать. То есть это Большакова, так она, получается, опять первая занимает. Или там Аяника тоже выиграла. А, нет. Аяника выиграла. Но если Большакова выиграет, то она вторая будет. Вторая. Скорее всего, вторая. Надо еще смотреть коэффициент какой. Вот, получается, борьба за первое место, да. Ну, что в дамке проведет просто всех. Технически выигранная шпиль. Это последняя пара, что ли, осталась? Да, получается, вот партия уже закончилась. Архангельская выиграла. Тут еще есть пару партий. Ну, в этой все решается, получается. Ну да. Можем еще одну открыть. Здесь выигрыш. Давай, тут что? Тут коэффициенты решают, тут и черных выигрыш. Лишняя шашка. Да. Как тут выигрывать тоже? Просто вот этот Нишан Алавердян тоже там пишет в интернете, что вот они там готовы были играть сразу же с камерами. Но при этом, когда им сказали вот в четверг, давайте играть, они говорят, вот у нас там ничего нету, камер нету, надо покупать. Скайп мы не пользуемся, то есть как бы, ну, то есть у них сразу не было такого желания. Если как бы вы уверен, что вы честно играете, ну так что вы тогда говорите, давайте, все, ура. Они там начали говорить, а в чем только мы играем, как бы, почему только наша пара. Вот это уже как бы было не очень. Так бы уже сыграли в субботу, воскресенье и все. Так, ну ты во второй партии, наверное. Тут победа уже. Угу. Точно победа или еще можно? Да нет, тут уже выигрыш. Все 4 дамки сейчас у черных будет. Угу. 4 ферзя. Ну, это на коэффициент только может влиять. Больше ни на что. Да, давайте лучше эту досмотрим. Партию это решает, кто первое место. Да, ну тут тоже выигрыш, но надо как-то доработать, что называется. И времени не очень много уже у Большаковой. Угу. Черным вот как-то попытаться 35-ю использовать. Белые не могут сейчас шашки просто дамки вести. Вот ну, как он делает. Да. Вот как-то можно было попытаться типа на 4 туда ее, и потом 15-20, и вот на 24, дамку на 15, и попытаться вот что-то сделать. Угу. Но она так, ну так она не успеет забежать. То есть она максимум разменяет. Ну, это проигрыш. Ну, она еще и напала. А напасть, а 25-30 не проходит, да? Вторая дамка. И отрежем все сейчас. Да. Долго девушки играют. А тут? Ну, тут уже выигрыш технически. Пишут, что тренировался с тренером, с компом. Это имеется в виду, что вот в интернете, наверное, как-то дисквалифицировали. Но не знаю, зачем включать компьютер, когда ты там с кем-то играешь. С тренером, неважно, не с тренером. То есть, ну это какой-то вообще... Ерунду несут. Да, тут Артур правильно пишет. Спор ни о чем. Оффлайн даст понятно, кто есть кто. На стрим пригласить, конечно, вроде придут. То они, наверное, только в русский будут комментировать или стоклетки. Стоклетки будут как раз 7 августа. Ну, вот расскажут там, как они готовятся. В чем их секрет. Такого бурного роста шашечного. Вот как раз Иван Трофимов подсказывает раз... да, мне, что да. 7 августа 13:00 у нас Джана Лавердян и Альберт Погосян будут стримить. Вот Альберт, это президент их федерации, наверное. Да, да, президент федерации. Угу. А завтра у нас тоже стрим в 13:00 начало. Иван Трофимов и Полина Петрусева. Какая там будет категория? Это 19, да? Завтра 19, да. Завтра играет Яна Якубович, да? Угу. Пожелаем удачи тебе, будем болеть. Спасибо. Да, играй хорошо, будем тут смотреть. Обязательно. Отдает последнюю шашку. Не сдается. Кто она? Якуты не сдаются. Играю до последнего. Это зависло, смотрит табличку. Опа, и поймали. Да. И тут тоже поймали. Да. Все, все сыграли. Так, у нас турниры закончились. Можем сейчас посмотреть, куда он выиграл. Так, получается, Айника Колодезникова все-таки выиграла первое место, а Алена Большакова второе место заняла. Анастасия... Впервые сенсация. Анастасия Архангельская, 3-е место. Так, а Ника Колодезникова в оффлайн участвовала, да, сильно играет тоже? Или не знаете? Кто? Да, да. Ника? Да, Она была чемпионкой мира среди девушек. Нет, тут все такие.